получается. То есть, если повезет, у нас будет аж 5 докладчиков, но если не повезет, то 4. Моя роль рассказать вообще сам вопрос, как я себе его представляю, и рассказать про то единственное сообщество, в котором я активно участвовал. Как вы знаете, у меня нет ни одной социальной сети. Несмотря на то, что аккаунт мне так давно Василий Четвертухин завел, тем не менее меня там нет. А вот в сообществе Хабра-Хабра я принимаю иногда активное участие, поэтому об этом расскажу. Итак, о чем, собственно, говорим? Мы сегодня говорим о сайтах сообществ. Я постараюсь дальше, вот в прошлый раз меня совершенно справедливо упрекнули, что определения это не было, да? Я постараюсь дать определение вообще, что это такое. Но начну с того, как я себе это вижу. Вот интернет развивается, и постепенно мы дошли до того состояния, когда технологически, информационно люди готовы активно участвовать в жизни интернета и, с другой стороны, свои личные увлечения переносить в интернет. И сейчас, на мой взгляд, вот самая первая фаза развития таких сайтов, где люди действительно активно отражают свою общественную деятельность в сети. Вот об этом я попробую поговорить. Ну, честно, как и во многих айтишных отраслях, с терминами полная каша. То есть, что такое сайт сообществ, что такое Web 2.0, что такое социальные сети. Сейчас этого всего настолько много, оно настолько плохо структурирован, что он вообще полный бардак. Поэтому вот те определения, которые мне понравились, которые мне показались адекватными, я, собственно, хотел бы привести. Ну, есть классическое совершенно определение Тима Урелли, что такое Web 2.0. Это такие системы в интернете, которые становятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются. Вообще, на самом деле, вот троллейбус от того, что в нем едет все больше людей, он лучше не становится. И другие любые аналогии тоже не работают. Представить себе систему, которая становится лучше от того, что в ней больше пользователей, ну вот реально сложно. Тем не менее, сайты сообществ, они, ну, по крайней мере, стремятся к этому. Почему, посмотрим. Такое несколько синтетическое определение. Сайты сообществ – это такие сайты, где правила устанавливаются один раз, а контроль за их исполнением и обеспечение ежедневного функционирования, все ежедневные процессы, берут на себя сами участники. И третье определение – такое. Экономическое тоже, мне кажется, очень интересным. Что в интернете самое ценное? Что вообще в жизни самое ценное? Это уникальный контент, уникальная информация. Вот сайты Web 2.0, сайты сообществ, это такие сайты, где создание уникального контента обходится вот радикально дешевле. Дешевле, чем в эпоху предшествующего этому Web 1.0. Вот как это все развивалось вообще в интернете? Еще до Рунете, точнее, в российских. Еще в доинтернетную эпоху существовала сеть Фидо. Вот я в силу молодости и возраста как-то не успел в этом поучаствовать. Но у меня было очень много знакомых, ноты сисопов Фидо, мы все читали там Рудельфи, когда там первая версия DOS появилась. Все было очень интересно, неожиданно, и такой вот элитарность она реально была. Потом, естественно, нахлынул интернет, Фидо начал умирать вследствие там, технологического убожества, цены начали падать. И для меня вот таким мощнейшим символом всего хорошего, что есть в интернет-форумах, это форум ISBT.com. То есть, как наверняка многие знают, но самое ISBT.com — это достаточно убогий сайт с обзорами статей. Ну, нечего там читать, если честно. Там, Компьюфера там была информативнее всегда, например, на мой вкус. А вот форум ISBT — это невероятное сообщество с миллионами содержательных постов. Я на пятом курсе писал программу «Экспертная система по выбору цифрового фотоаппарата». Вот я совершенно искренне говорю, что все решающие правила и вообще все знание матчасти я подчеркнул исключительно из ветки цифровое фото форума ISBT.com. Мне хватило знания оттуда. Это изумительное сообщество. Потом появились соцсети. Как вы знаете, 6-7 год — это взрыв. Что ж ты про умные вещи говоришь, про глупые рассказывали? Ну, про глупые... Все писали ISBT, все тусили на кроватке. А, ну да, да. Чат-кроватка, ну, да, да, он сам. Значит, и только потом появились современные сайты сообщества. Вот это деление, которое я озвучиваю, оно очень условное, ну и честно, можно считать его моим, там, вольндарингом. Да, вот, на мой взгляд, история была именно такова. Сначала набрали контентную мощь, воспитались участники в традиционных форматах, форумы, чаты, классические сайты эпохи Web 1.0. Потом открылись механизмы социализации в социальных сетях. Одноклассники, которые к нам пришли через 10 лет после классмейтс.ком. И
только потом появились эти самые современные сайты сообществ, как я себе их. Я попробовал выделить те признаки, которые отличают современные сайты сообщества. Ну, тематичность. Это, наверное, самое мягкое требование, но все-таки очень хотелось бы, чтобы сообщество было посвящено какой-то теме, более-менее узкой, потому что иначе людей очень сложно собирать. Велосипедистов, любителей майских жуков, ну, крайне сложно собирать в одном месте. Они не будут сообществом. Ключевое. Саморегуляция. Сообщество должно регулировать себя само, как в части управления качеством контента, так и в части управления ежедневной дисциплиной. Это очень серьезное требование, далеко не всегда оно выдерживается, и сегодня у нас вот будут другие люди рассказывать о сайтах, где это не всегда выдерживается, но, на мой взгляд, это очень важно. Третье, это, конечно, так называемый user-generated content. Потому что писать много контента админу, каким бы золотым он ни был, это значит убить жизнь на это и создать нечто, ну, в общем, весьма убогое. Потом и фишка, чтобы это писали пользователи. Ориентация на качество контента. Ну и последнее, вот я добавил такой кусочек от себятинки, чтобы это было сообществом, а не просто сайтом с навороченным функционалом. Почему я вот эту вещь вписал, я долго смотрел на эти признаки, и у меня получилось, что, скажем, русская Википедия прекрасно подходит под звание сайта сообщества. Почему? Большой вопрос, существует ли сообщество википедистов. Это вопрос такой же. Холиварный, я тоже думал, да или нет, но мне кажется, что все-таки фактор сообщества должен существовать. Почему это все очень важно? Потому что формируется нечто совершенно новое. Формируется такая реальность в интернете, когда которая не составляется из отдельных экспертов. Она приносит новое, системное в организацию людей и знаний. Но поэтому мне кажется, что это такая тенденция. И мы об этой тенденции сегодня поговорим. Я хотел в качестве конкретного примера рассказать про Хабр. Я не знаю, насколько присутствующие знакомы с этим сайтом, знают его. На мой взгляд, это целая эпоха. И очень показательное. Мне кажется, что на примере Хабра можно отследить вообще все тенденции, которые касаются сайтов сообщества. Что это такое? Это специализированная социальная сеть, построенная по принципу коллективного тематического IT-блога, где соблюдаются все названные мной принципы хорошего современного сайта сообщества. На сайте весь контент пишется исключительно его посетителями бесплатно. Есть сложная система порогов публикации контента, кому попало писать нельзя, кому попало комментировать нельзя, кому попало голосовать нельзя, что обеспечивает, ну, в общем, работу сайта достаточно неплохо. Лояльная сайту аудитория сама решает, какой материал будет опубликован на главной странице, а какой будет уничтожен. Это делается путем пользовательского голосования. То же самое происходит с комментариями. На сайте есть внутренняя иерархия, люди меряют по рейтингу и по так называемой карме. Есть система званий. Все это достаточно сильно структурирует сообщество. Ну, в бичестении есть сообщества гораздо более жестко структурированные, клановые ресурсы и так далее. Здесь такого нет, но тем не менее рейтинг и звания присутствуют. И, конечно, на флаге написано, что там Хабр — это там клевая, современная, качественная информация, там, уникальная и вау-вау. Я вот буду говорить очень много о проблемах Хабра, а не о том, какой он великий. Глобальный вопрос, совпадает ли то, что считают хорошим контентом посетители Хабра, с тем, что о нем думают его владельцы? Это очень большой вопрос. И на мой взгляд, этот вопрос едва ли не ключевой для сообщества. Ты хочешь, чтобы там обсуждали что-то возвышенное, красивое и не пошлое, а обсуждать будут как раз-таки низменное, некрасивое и пошлое. Ну, просто такова вся религия, говорят французы. А судьи кто? А судьи кто, да. Основа функционирования Хабра. Первое. Кто попало, на сайте зарегистрироваться не может. Очень давно, по-моему, всегда. На сайте регистрация осуществляется по так называемому инвайту. То есть только участник сообщества имеет право пригласить других. Администрация все время подруливает этот процесс, выделяет то больше, то меньше приглашений инвайтов, чтобы людей было то больше, то меньше. Но случайных людей там нет. Скажем, всегда известно, кто кого пригласил. Были короткие периоды, когда открывалась свободная регистрация, закрывалась. Но глобально только по инвайту.
того, есть система кармы и рейтинга. Это очень популярные в сайтах сообществ такие мерилки авторитета человека. Что такое карма? Карма – это насколько ты вообще хорош. То есть, насколько ты авторитетен в рамках данного сообщества. Тебе могут прийти и лично тебя похвалить. На Хабре это реализовано так. Чтобы человека похвалить, нужно найти его имя, и возле него, и возле его имени, нажать плюсик. Это поднимает твою карму на одну единичку. Рейтинг – это что-то другое. Рейтинг – это измерение твоей текущей активности. То есть, насколько твои текущие последние посты и комментарии позитивно оцениваются сообществом. Вот на первый взгляд, это все какая-то гиль и дичь. Как это может быть? Как меня будут оценивать какие-то там члены сообщества? Кто это вообще? За что они будут меня оценивать? Тем не менее, пример Хабра и его там, инновационные решения показывают, что это работает очень хорошо. Оценивать себя могут любые люди, которые, в свою очередь, имеют положительную карму. Начиная с кармы, если я не ошибаюсь, плюс 5, сейчас порог вывода такой, ты можешь оценивать других участников. Каждого другого участника ты можешь оценить ровно один раз. Либо хорошо оценить, либо плохо оценить. Сумма всех оценок определяет твою личную карму. В смысле, например, раз? Ты не можешь несколько раз плюсовать человека. То есть, если вы мне не нравитесь, я поставлю один минус или один минус. По карме или по рейтингу? По карме. По карме. Голосовать за каждый отдельный пост или комментарий ты можешь тоже, но просто их много, и поэтому там. Топик ты можешь оценивать каждый, да, и много. Таким образом, получается, что при наличии некоторого лояльного сообщества из тысяч или десятков тысяч людей, логика в том, что любое новое сообщение, комментарий, пользователь, идея, предложение, а давайте выйдем на Красную площадь и свергнем мистера Иванова, который сидит в Кремле. А вот такое предложение, по логике создателей сайта, его не нужно моделировать. Не нужно приходить и удалять это сообщение, потому что сообщество само поймет, ага, это не по тематике IT, и вообще это какая-то дурь, давайте ее быстренько заминусуем. Как только сообщение получает больше 20 минусов, оно автоматически удаляется. Как только оно получает больше 7 плюсов, оно автоматически публикуется на главную. Следующий раздел это тематические и нетематические. Очень важный инструмент управления аудиторией, он решает ту проблему, которая была на прошлом слайде. Проблема с тематичностью сайта. Как быть, если твое лояльное сообщество вдруг хором начало заниматься какой-то ерундой? Не тем, что ты хочешь. Они все начали вместо IT обсуждать, ну я утрирую, велосипеды. А ты знаешь, футбол, да. Чемпионат мира по футболу. Или избрание Путина. Или избрание Путина, да. На Хабре эта проблема решается очень просто. На твою карму, на твои оценки влияют только сообщения, оставленные в так называемых тематических блогах. Все остальное на Хабре называется логовым автопиков, и там ты пиши, что хочешь, но это никак не влияет на твою карму. Делай, что хочешь, не влияет. На карму и на рейтинг не влияет. Как вы видите, создается определенный культ кармы, культ толпы. Я бы не мог об этом говорить, подумайте, это очень сильный момент. На мой взгляд, это стратегический шаг, который создал все дальше идущие последствия. Есть лента на главное. Лента на главное – это фантастическая сила и ресурс. Так же, как англоязычные сайты типа Geek.com и еще некоторые другие, там Delicious примерно то же самое делает. Если твой пост оказался на главной странице, то ты можешь быть уверен, что его прочитает несколько тысяч человек. Я буду дальше немножко рассказывать про свой личный опыт. Мне неоднократно удавалось нагнать на интересующий меня сайт до 4000 человек путем вывода поста об этом сайте или где упоминался этот сайт на главную страницу Хабра. Это правда очень действенный инструмент. При этом это не очень сложно. Нужно всего лишь, чтобы 7 человек тебя плюсовали. 7 человек. Ну, если там один сделал минус, то, соответственно, тебе нужен там на 2 плюса больше. Есть сложная система уровней доступа и порогов вывода. То есть вот эта константа, при каких значениях кармы ты можешь выполнять то или иное действие, она довольно сложная и все время меняется. То есть, когда-то давно, начиная с кармы 20, у тебя появлялось право создать свой тематический блог на сайте. Потом эти тематические блоги были вообще в целом выпилены, и говорить стало не о чем. Это очень интересный инструмент, опять-таки формирующий определенный культ кармы. Что делает администрация? Администрация постоянно меняет правила. Несколько раз в год производится довольно серьезная реформа правил. И де-факто, несмотря на то, что это скрывается, это не популярная тема для обсуждения,
администрация Хабра регулярнейшим образом применяет прямую модерацию. Это бан пользователей, удаление тупиков, я буду об этом говорить немножко. То есть Хабр, являющийся, на мой взгляд, в Рунете просто вершиной этой идеологии построения саморегулирующегося сообщества, тем не менее, постоянно подруливается модератором. Мифы. Мифы о Хабре. В теории. Ну, знаете, как пословица? В теории, теория и практика неразделимы. На практике это совсем не так. Вот здесь тоже самое. Вроде как. Уникальный и прекрасный контент. Тролли и вообще всяких безобразников сообщество банят само. Минусов нахватал, ничего писать не можешь. Новые участники приходят по инвайтам. Разработчики окупаются в золоте, ну потому что огромная посещаемость у сайта, да, там 200-300 тысяч просмотров в сутки. Это деньги, которые капают. Я не смогу называть любимый ресурс. Вот команда, поддерживающая Хабр, у меня нет точных сведений, но я думаю, что она вот по размерам будет примерно как Интервол. 15-20 человек. И все. И кроме того, Хабр — это их не единственный проект. И все работает само. Это теория. Практика. Ключевой тезис. Саморегуляция означает конформность. Что такое конформность? Я не смог подобрать какого-то человека понятного синонима, поэтому оставил это слово. Конформизм — это явление, когда человек начинает себя вести, чтобы нравиться окружающим. Он отказывается от своего мнения, он отказывается любить то, что любит он сам. Это очень свойственно детям на раннем этапе развития, они все впитывают как губка. Но взрослому человеку конформизм поведения, как правило, вредит. Он не должен быть абсолютным, он не должен полностью отсутствовать. Но вот эти сайты очень мощно провоцируют конформизм поведения. Круто то, что любят на Хабре. Я в своей деятельности в политехе много лет подряд сталкиваюсь со студентами, которые перечитали Хабр. У них представление о реальности сформировано вот этим сайтом. Это вредное проявление конформизма. Хотя, ну, может быть, лучше плохая идеология, чем полностью отсутствие идеологии. Поэтому Хабр полон леммингов. Это людей, которые ни о чем не думают, имеют карму плюс 8, которая позволяет им иметь такой же вес голоса, как у любого эксперта экстракласса. И они просто действуют, как действует толпа. То есть достаточно простые приемы манипулирования толпой могут привести к любому эффекту, который тебе нужен. Это, конечно, надо заниматься, да, это не то же самое, что просто быть на Хабре, писать статьи, но вот подобные манипуляции прекрасно проходят. Там огромное количество троллей. Тролль, как правило, неординарный человек, который просто, ему противна эта идея, и он начинает вести себя в противовес. На Хабре таким не запрещают функционировать, они пишут, просто у них лимит на комментарии, один комментарий в 5 минут. Много не надо. И огромное количество хомяков. Хомячков, которые читают, головой не думают, но голосовать не могут, только комментируют. Набежали хомяки, оставили 5000 комментариев, что вы писали? Контент — это самое интересное. Чем наполнен Хабр? Вот тут внизу тезис, я к нему все подвожу, что Хабр уже не тот. Я специально закавычил этот тезис. Хабр, конечно, тот. Хабр — это прекрасный ресурс. Он и остается таким. Но надо понимать, что когда вы ставите судьей качество контента тех самых леммингов, троллей, хомячков, что будет публиковаться? Обзоры гаджетов и подкаст новостей. Когда выходит любой новый девайс от Apple или прога от Google, на Хабре появляется 5-6 новостей об этом. Почти одинаково. Это не авторский контент. Это не оригинальный контент. Это даже не реферат. Это тупо копипаст. Конечно, с копипаст там идут наказания. Конечно, администрация Хабра всяческим образом провоцирует написание авторских постов. Из блога Do It Yourself или там Как я сделал это. Но этого очень мало. Как и везде, 99% это руда. Сформировалась определенная система ценностей. Apple, Google, Microsoft, Каспер, Леспер и Винатан, да? Вот, и маленькая кисенька. И open source. Значит, вот эти ценности, вернее, Microsoft, конечно, красным должен быть написан. Apple и Google все любят. Mozilla Foundation просто боги. А вот Microsoft — это отстой. Это такая система ценностей. И эту систему ценностей люди впитывают и там тоже. Ну и, конечно, open source — это очень круто. Open source, значит, бесплатные приложения — это вот оно. Это очень любят на Хабре. А вот платный софт под запретом. Считанные топики про платные программы, они должны быть невероятно талантливо написаны, чтобы топик, пиарящий платную программу,
Хотя на Хабре тусуются программисты, казалось бы, странный такой перекос, да? Вроде бы программеры должны получать деньги за свою работу. Набирать популярность крайне редко. Крайне редко. Парадокс, кстати. На Хабре есть один прекрасный пост, я часто ему привожу в пример, если это заходит в обсуждение. Пост называется «Почему я люблю Microsoft?». Там человек, который работал начальником IT-отдела и работает в крупном предприятии, он последовательно, с цифрами в руках, рассказывает, почему крупную IT-инфраструктуру ему проще поддерживать на базе технологии Microsoft, чем на базе open-source продуктов. А он это рассказывает спокойно, по делу, без троллинга. И эта статья, несмотря на ее противовес сообществу, набрала плюсы. Статья очень хорошо написана. Она не очень большая, но она написана изумительно. Ну и, конечно, никакого альтернативного взгляда. То есть, если ты высказываешь любую точку зрения, которую не любит на Хабре сообщество, тебя ждут минусы. Я буду об этом говорить, но этот тезис, он важен. На Хабре регулярно прорываются тролли. Существует множество эпизодов прямого взлома этого ресурса. Дефейсы, сливы кармы, накрутки и так далее. Так и организация компании, когда 10, 12, 15 лояльных какой-то другой цели людей, создают виртуалов, прокачивают их и начинают создавать не те линии, не те тенденции, когда внутри сообщества Хабра, ну, можно его сопоставить там, со здоровым организмом, формируется такая раковая опухоль, да, и начинает делать то, что угодно ей. Обычно это кончается через несколько дней или недель грандиозным выпиливанием всех этих пользователей с положительным баном и так далее. Но сам факт наличия подобных механизмов говорит о том, что механизм не идеален. Инвайты продаются. Я получаю, ну сейчас меньше, но раньше я получил минимум одно письмо в неделю с предложением продать инвайт. Инвайт на Хабре. То есть не отдать его по доброй воле, а продать. Что, конечно же, запрещено. Качество новых участников — это большой вопрос. Ну, просто на Хабре зарегистрировано, если я не ошибаюсь, порядка 50 тысяч человек. Если в Рунете 50 тысяч умных, думающих экспертов, то я могу очень сильно порадоваться за Рунет. Скорее всего, их там на порядок меньше. Просто где взять новых? Ну где? Ну понятно. И администрация реально не знает, где брать новых хороших участников. Потому что старые-то списались. А на одних новостях и припасть далеко не увидишь. Ну и в общем, Хабр уже не тот, конечно. За что на Хабре обычно плюсуют? Для тех, кто не воет на Хабре, немножко покажу. Пишешь какую-нибудь ерунду, поддерживающую или критикующую автора, какую-нибудь очевидность. У тебя очень большие шансы быть поддержанным. За тупую шутку, за похвалу Гугла или Apple, ну, допустим, там, Стив Джобс просто бог. Вот этот тезис, если он более-менее к месту, он может быть, там, в день смерти Джобса огромное количество людей писали, там, три буковки RIP в комментариях и получали за это плюсы. Он был для меня всем, и там, плюс, плюсы. Кем он для тебя был, ты в Мухасранске живешь? Ты его никогда в жизни не видел. Понимаете, это создание ложной ценности, вокруг которой начинает, я не про Джобса, я про культ Джобса на Хабре, вокруг которой начинает вращаться сообщество. За критику ВКонтакте и Microsoft, за участие в так называемых топиках добра, ну и за банальные шутки в пятницу. За банальность. На Хабре плюсуют за банальность. А вот минусуют за любое отклонение, за любой случайный глупый косяк, ну там, ошибку в заголовке, можно получить минус. За ошибку с употреблением «ты» или «вы». Есть определенная культура, она не очень строгая, но все-таки, да, вот в обе стороны. За упорство, за попытку воспитывать сообщество. Типа, вы что плюсуете, это же полная тупка. Можно сразу нападать минус. Просто за там, неаргументированный комментарий. Обращение на Хабре требует определенного понимания того, что там происходит. У нас вот Сергей, если захочет, об этом немножко расскажет. Он неоднократно вляпывался в то, что начал защищать не то, что принято защищать на Хабре, нахватывал дикое количество минусов, потом ходил и расстраивался. Это действительно постоянно происходит. Таким образом, вот эта конформность, она на самом деле убивает идею саморегуляции. Это очень похоже на принцип демократии. Да? Почему у нас отменены выборы из губернатора? Потому что каких-то уродов выбирают. Ну, такая была идеология. Да? Здесь, в общем-то, то же самое. Может быть, не стоит разрешать людям выбирать себе богов? Кого выберут?
Хотел рассказать некоторые инциденты на Хабре, которые, как мне кажется, весьма интересны. Есть такой человек, его зовут Денис Крючков. Нет, про черного властелина следующий рассказ. Первый эпизод, есть такой Денис Крючков, который придумал Хабр, является его владельцем, но это главный человек на Хабре. Он всегда тусил на Хабре, писал крайне редко, очень редко выступал от имени администрации, просто что-то делал. Ну, все знали, какая у него роль. Его карма была на уровне там 35-38, ну то есть ни о чем. Маленькая карма. То есть, когда зашли события, о которых я рассказывал, у меня уже было далеко за 200. И в какой-то момент, в ответ на то, что администрация забанила двух или трех людей, которых она посчитала необходимым забанить, сообщество взбесилось и понизило карму человека, придумавшего Хабр, до отрицательных значений. Это значит, что у него пропало право голосовать, у него пропало право комментировать много, у него пропало право писать топики. Понимаете, да? Ну, по идее, дуралекс сен лекс, да, закон суров, но это закон. Если мы установили такие правила, они должны быть применены для всех. Ну, естественно, чудес не бывает, была проведена реформа, и всем сотрудникам компании Futurico, управлявших Хабром, была поставлена карма, равная бесконечности. Это не дало никаких сверхполномочий, но минусовать Крючкова стало бесполезно. Я считаю, это инцидент. Это, конечно, очень интересно. Это было неоднократно. Потом часто получалось так, что кто-то из представителей администрации, бывших пользователей, вызывал такие эмоции. 22 января 2008 года произошел исторический дефейс, он происходил в несколько этапов, когда на главной странице появился вот этот очаровательный мужчина, значит, негр в кепке и кожаных ремнях. Это так называемый черный властелин. Он используется очень часто для дефейсов самых разных сайтов. Ну, определенной группой анонимусов в интернете. Он попал туда с использованием уязвимости в движке Хабра. И очень интересна реакция сообщества на восстановление Хабра, потому что администрация почему-то очень долго не решала этот вопрос, они тупо не банили ни автора этого мастерина. Там использовалась уязвимость, после черного мастерина не публиковались никакие комментарии. То есть просто это было последнее, что было на странице. Первое и последнее. Хабр был обрезан, все, ничего не было. И он там провисел больше суток. Так сложилось совершенно случайно, что я принимал активное участие вот в обсуждение всего этого безобразия, даже немножко карма на этом всем заработал, там, потому что пока администрация тупила, сообщество раскопало причину этого бага, воспользовалось этим же багом для того, чтобы, скажем так, сдвинуть картинку ниже и чтобы пошли более свежие посты. Это было очень интересно, и очень интересная реакция сообщества на все это. И на мой взгляд, это доказывает, что как только формируется лояльная комьюнити, сразу формируется антилояльной комьюнити, которая будет топтаться там же и делать вандальные действия. Они были очень результативны. То есть вот эта картинка, она очень многим известна, и многим показана. Появление клонов. Естественно, что линия администрации привела к тому, что начали появляться клоны Хабра. Их довольно много. Есть Free Хабр, есть очень похожие ресурсы типа там Бобр-Добр и так далее. Есть целые движки типа Live Street и Big Street, которые позволяют любому человеку просто завести свой Хабр. Мы даже такой вот городской области устанавливали, он долгое время работал, там что-то 15 тусовало. Конечно, никакого контента мы много не написали, но де-факто все работало. Ну, в смысле, свой Хабр? Движок? Движок, да. Ты делаешь группу движка, и там все по тем же правилам, по той же идеологии, все работает. Есть такой персонаж в интернете, Мидгол, подписывающийся Мидгол Девермастер, который является исключительно харизматической личностью, очень популярным. То есть его деятельность привела к тому, что его забанили в Википедии пожизненно. Это чуть ли не единственный случай пожизненного бана участника Википедии. Ну, это очень редкий случай. Его забанили на Хабре, в конце концов. То есть вот такой лидер мнений, цели которого не совпадают с мнением администрации, но который находит поддержку у большинства, в итоге получает бан. То есть, понимаете, я все к чему клоню? Это никакой не... Ну, довольно примитивные технологии распознавания изображений, взламывались капча-механизмы.
гугловская, яндексовская, ну и так далее. Хабр на это никак не реагировал. Ну, пишут и пишут, айтишники. Тема интересная. Я сам читал, мне понравилось, клево, процент распознавания отличный. Я сам делал даже. После этой статьи. Леша даже сам делал. Пока не появилась статья, совершенно банальная. Если бы там не упоминалось о том, как взломать капчу самого Хабра. Статья была написана наивным пользователем, Володькой, там, Нигу. Это не был никакой тролль. Это был просто пользователь, который написал статью о том, как с помощью 1, 2, 3, 4, 5 раз используемой технологии взломать капчу Хабра. Реакция была плохо объяснима. Во-первых, администрация ужесточила капчу на сайте. Во-вторых, они забанили эту самую Володьку. Было установлено правило, по которому любой пользователь, нацеливающий свою хакерскую активность на сам Хабр, будет немедленно забанен. Эта история имела множество последствий. На мой взгляд, это очень яркий пример нарушения самим же сообществом, администраторами установленных правил. Если вы это разрешаете, так ведите себя соответственно. Будьте готовы работать в демократической среде, ну, в конце концов. На Хабре, вследствие его социальности, получилась такая своеобразная субкультура. Это топики добра, Хабра суициды и попрошайки. Что такое топик добра? Это топик добра, который специально пишется, чтобы вызвать всеобщую позитивную реакцию. Этот топик может не иметь никакого отношения к IT, например, он может быть написан так. Ура, я так долго этого ждал, и сегодня, наконец, у меня родилась дочь. Значит, фотография, я ее запустил в Твиттер, какой я молодец, а еще я купил на нее домен. Вот хрень. Ценность этого поста строго равна нулю. Но общий позитив, он может быть самым разным. Главное, что там нет смысла и очень много позитива. Общий позитив приводит к тому, что этот человек начинает набирать карму. Быстро. То есть очень исключительно удачный пост на Хабре, вот по моему опыту, мог привести там 20 баллов в карме. Это хороший пост. Вот таким способом написание самых разнообразных топиков добра, они реально помогают набирать карму совершенно идиотскими способами. Конечно, это вроде как не вредно, но и не полезно. Хабра суициды. Началось все с того, что девочка некая написала на Хабре статью о том, что жизнь, значит, для нее кончена, вот она глубоко несчастна, она порывает, значит, с миром людей, ну и как первое проявление там, этого самого, она прекращает участвовать в Хабре, потому что Хабр уже не тот. В общем, все плохо. На девочку накинулись, ее начали утешать, ей плюсовали карму, этот пост вылез на главную страницу. В общем, в итоге карма у девочки поднялась на 30 баллов, и этот Хабр суицид стал примером того, как можно, ну, реально довольно легко поднять свои мнимые рейтинги на сайте. Попрошайки совсем смешно. Ребята, машина сгорела, работу потерял, дома трое детей, дайте, пожалуйста, любую работу, вот мой электронный ящик. Все как в общественном транспорте. Да. Конечно, ему реально на ящик кидают там, предложение работы, но тут же предлагается, чувак, а ты кошелек опубликуй, мы сейчас тебе бабла накидаем. Что там? 50 тысяч человек на Хабре, что мы тебе? На новую машину не соберем, что ли? По 1 рублю. По рублю. Вот. Опять-таки, это не вредно, но это совершенно паразитные социальные механизмы. Администрация Хабра с ними боролась и продолжает бороться. То есть, как правило, за такие вещи человек получает по голове. В разной форме, но от персонального предупреждения до там, персонального бана. На мой взгляд, очень интересная история произошла с успехом и провалом такого пользователя, которого зовут Бум-Бурум. Это человек, который написал несколько сотен, а может быть и тысяч постов. Ну, они все были примерно одного качества. Это были обзоры новых и старых железяк от всяких производителей. Asus, Intel, значит, еще кто-то там у него был. Он просто писал обзоры. Он писал их очень много. Меня всегда поражало, вот несколько людей таких есть на Хабре, которые пишут огромное количество статей. Ну, буквально по статье в день. Они все были очень среднего качества, но они все вызывали интерес. Интерес, плюсы, интерес, плюсы. В результате он довольно быстро, меньше чем за 2 месяца, он занял первое место в рейтинге Хабра. Это правда. Это серьезное достижение. И очень долго там висел. То есть в пору его расцвета
Его карма была равна там около 1200, что, ну, наверное, абсолютно рекорд. Я не следил никогда внимательно за этим, но у него были огромные значения. Отрыв от следующего был практически в два раза. А, вот само по себе это уже интересно, да, как человек поднялся? Да тупо на написании, ну, довольно унылых обзоров. А потом он сделал глупость. Я тоже был свидетелем этой глупости. Он написал, его взяли на работу в компанию Intel, и он написал всем пользователям хаба, до которых он дотянулся, письмо с такого содержания: вот я завел корпоративный блог компании Intel, буду тебе благодарен, если ты к нему там подключишься. Ну, подключиться, то есть подписаться. Ну, это накачивает рейтинг блога компании Intel. Просьба вроде бы невинная, но вообще на хабре не принято попрошайничать карму вот так напрямую. Я ему ответил, там, типа, что-нибудь напиши, потом я тебя, значит, потом подпишусь. Что отвечали другие, я не знаю, но через двое суток, после того, как я получил это письмо, на хабре появился скриншот этого письма бумбурума, выложенный там неизвестным пользователем хабра. Типа, чувак, смотрите, там, чуваки, смотрите, чем занимается наш король. А там на хабре у первого человека такая корона на профиле. Наш король. Это вызвало дикие совершенно реакцию, потому что все и так понимали, что он получает деньги за свои статьи. Но подобные средства накачивания популярности блога компании Intel вызвало, ну, серьезную негативную реакцию. В итоге разразилась дикая война. Его начали минусовать. Его карма за два дня упала с 1200 до 600. И продолжала падать. Он извинялся, писал, что там бес попутал, все такое. В итоге он перестал быть номером один. И сообщество, несмотря на его такую вот внушаемость, все-таки его, ну, каким-то образом наказало. Я смотрел, сейчас у него карма около 300. Ну, хороший результат все равно. Но жив, здоров. Его банили, потом разбанивали. Вот она, реакция сообщества. То есть демократия, она работает в обе стороны. Ну, тоже очень интересный момент. Уже достаточно давно существует, их сейчас как-то так плавно свернули, программа поощрения авторов. Она заключается в том, что, ну, на сайтах сообщества этот вопрос все время задается. Типа, ребята, я вот вам пишу статьи, а вы на этом деньги зарабатываете. Ну вот правда, я пишу статью, ее читает там 15 тысяч человек, у вас внизу баннер крутится. Где мои деньги? В общем-то, идея здравая. Хотя никто никаких денег не обещал изначально. И Хабр предложил программу, где каждый человек за каждый там плюсик будет получать какую-то копейку. Я прикинул, если я буду пахать как папа Карл, я бы мог получать с Хабра, ну, где-то 1000-2000 в месяц. Да, огромные деньги, конечно, ради этого стоит напрячься. Ну, здесь сам... Тут дело, наверное, не в деньгах, а в ощущении, два ощущения. Первое, насколько же плохо дела у Хабра, если они пытаются людей покупать вот таким образом. Ну, а второе, сам процесс вот этой интеллектуальной проституции, когда ты пишешь, чтобы тебе заплатили, бывает обратная ситуация. Ко мне обращались несколько раз с тем, что давайте вы нам для вот этого журнала, вот по такой теме напишите статьи, мы вам какие-нибудь денег заплатим. Там не было никаких ни миллионов, ни тысяч долларов, но это был заказ. Здесь пиши нам что-нибудь, мы тебе будем платить. Программа не сработала, фактически она свернута. Платили. Она была построена. Просто по учету статистики. Появлялось новое окошко в профиле, сколько ты заработал денег, ты мог их вывести на свой личный профиль. А ты понимал, из-за чего они были? Да. Это новые статьи. Новые статьи. То есть просто новые статьи? Нет, что они должны быть плюсоваться. Статьи должны быть с плюсами, конечно, конечно. То есть статьи, набирающие баллы, да. Ну, так же, как чтобы заработать инвайт, нужно написать статью, которая наберет не меньше 50 плюсов. Ну, то есть цель правильная, но деньги смешные, и, на мой взгляд, подход, ну, не для этой аудитории. Де-факто программа не сработала. Сам факт наличия этой программы, на мой взгляд, это не признак того, что на Хабре все хорошо. Это признак того, что Хабр испытывает острый кризис новых кадров. Новых авторов. Новых авторов. Да. Я хотел рассказать свой скромный опыт. Мне кажется, что те эволюции, которые прошел я, собственно, не думая об этом, это шло как-то само, они довольно типичны. Большинство людей, увлекающиеся в сообщество, особенно всерьез увлекающиеся, они проходят, ну, примерно те же этапы. Это вот скриншот я сегодня сделал с собственного профиля. Моя карма равна 481 баллу.
за меня проголосовало 849 человек, ну то есть примерно человек 200 меня минуснуло, и человек 600 поставило мне плюс. Кто это, я не знаю. То есть эта информация, она, естественно, не показывается. А мой рейтинг равен 240. Там так настроен механизм, что если ты на хабре ничего не делаешь, то твой рейтинг постепенно скатывается к равновесному значению, равному половине кармы. То есть, как видите, у меня это ровно половина. То есть 480 и 240. Я ничего не делаю, поэтому мой рейтинг, вот это равновесное значение. Если ты там сильно накосячил, ушел в минусы, он постепенно всплывет к этой величине. Это константа определенная. Мной было написано всего за 5 лет или за 4, какой-то такой срок, 115 статей. И оставлено 980 комментариев. На самом деле это достаточно мало. То есть полно людей, которые оставляют существенно больше комментариев, там, тысячи, и там, сотни постов. Я как-то все увидел Хабр, тогда ему было года полтора, наверное, отроду. Ой, прикольно, что за штука, тут статьи, ой, а можно писать, мне дали инвайт. Мне стало интересно, я же могу статьи писать, я говорю, да, надеялся. Да, я начал писать статьи. Они были вот довольно глупые, довольно поверхностные, я пытался понять, что вообще нравится Хабру. Я был в большом восторге от Хабра, тут же случился этот самый дефейс с черным ластерином, я почувствовал подчастность к общей волне. В общем, мне Хабр в те годы, в те месяцы просто жутко нравился, мне казалось, что это идеальная модель. Более того, я был уверен, что она тиражируемая, то есть, что можно вот так сейчас вот сделать, и все будет очень круто. Это этап увлечения, мне очень нравилось. Я начал искать, я сознательно начал писать много и лезть вверх по рейтинговой линии Хабра. Я стал набирать корму, я стал набирать очки, воспитываясь сообществом. Я следил, что нравится, что не нравится, и я достаточно быстро понял, что писать не надо. У меня было несколько, и, ну, они, собственно, есть, такие коронные темы, к которым я езжу, и я знаю, что у меня все с ней получится. Это вся моя деятельность, связанная с преподаванием веба в политике. Этим мало кто занимается, и вообще преподавание чего-либо на Хабре. Эти статьи неизменно вызывают интерес. Чего пишешь не очень интересно, лишь бы было зажигательно и там, какое-то имя провокационно. Это хорошая тема, я написал, наверное, статьи 20 на эту тему. Все, что касается работы интерволги, в последнее время я ничего не пишу, потому что интерес потерял к статей. Я писал про договоры, про наши юридические приключения, про стиль работы с клиентами. Сейчас все это читать, честно говоря, смешно, потому что статьи там 8-9 года, ну, там с половиной из них я сейчас просто резко категорически не согласен. Ну, а писать новые уже нет пороха. Но факт в том, что это все встречалось, ну, вполне позитивно. Я занимался исследованием рынка веб-разработки, года 3 подряд я писал большие статьи, обзирающие, сколько стоят сайты в разных городах России. Это было достаточно интересно и мне, и читателям, пока, опять-таки, я не потерял интерес к этой деятельности. Хочу сказать главное, касающееся этого периода. Я сознательно избегал острых тем. Я не говорил того, чего я знал, что не понравится сообществу. Я старался залезть на самый верх. В итоге мне что-то помешало, что-то меня отвлекло. Я не долез до первого места, ну, где-то баллов 15. Я около недели занимал второе место в рейтинге Хабра. Потом я накатил и бронул, ну, и скатился вниз. Сейчас, несмотря на то, что я уже год ничего не пишу, 19 место в общем рейтинге держится просто из-за очень большого значения кармы. У меня рейтинг относительно маленький, потому что ничего не делаю, а карма большая, поэтому это равновесное положение я занимаю достаточно высоко. Самому мне нравилось это все меньше. Я понимал, что я проявляю, как я сейчас это называю, чистейшую конформность. Я ведомый. То есть мои мозги тупо используются для того, чтобы писать то, что нравится людям. Следующий этап, я начал писать статьи уже не то, чтобы понравиться Хабру, а просто на темы, которые были интересны лично мне. Я прекрасно помню эти моменты, я написал статью про откаты, хорошая статья, с примерами, с цитатами, такая немножко стёмная. Она брала тоже много баллов, но я ее писал уже для себя. То есть тема откатов к IT никакого отношения не имеет, ну не айтишная тема. Но вот я набрал баллы за это. Я написал статью, которая мне до сих пор исключительно нравится, я даю ее читать всем студентам, про подготовку выступления и структуру изложения любых материалов. На мой взгляд, правда, хорошая статья. Она не имеет никакого отношения к ИТ, но меня по ней находят, и она сейчас висит в блоге Интерволги, минимум раз в месяц какой-нибудь студент оставляет комментарий, вау, там, мне очень понравилось.
И примерно в этот период я написал первый топик, который был направлен против интересов хабр-сообщества. На хабре очень популярны идеи стартапов. То есть, что такое стартап? Два пионера придумывают какую-то крутую идею, считают, что это просто второй Facebook, сейчас все выстрелит, мы будем большие молодцы, только где же нам взять денег на разработку? А денег-то много надо, мы же хотим получать там по полтинничку в месяц, не меньше. Они приходят к большому дяде с кошельком и говорят: дядя с кошельком, у нас вот такая идея, дай денег, через год у нас будут миллиарды, мы с тобой поделимся. Это невероятно популярно. Вы, конечно, знаете об этой волне, все эти там шоу стартапов и так далее. Я всегда был скептиком по этому поводу. Я так написал статью, она называется «О стартаперах, первых людей и инвесторах». Если очень коротко, смысл статьи в том, что если вы верите в свою идею, вот реально верите, то нечего от своего будущего благополучия отдавать 30-40, а то и 90% некоему неизвестному вам дяде с кошельком. Поработайте за идею по вечерам, найдя себе работу, конечно. Или если уж так верите и так надо срочно, продайте квартиру, получите искомый 1 000 000 рублей, сделайте стартап, а потом, значит, и так далее. Моя идея была в том, что если вы сами не верите в свою идею, то почему вы пытаетесь пудрить мозги остальным? Среди моих знакомых, моих личных знакомых, есть несколько человек, которые таким образом кормятся уже несколько лет. Они просто тупо не производят никакого продукта, проедая деньги инвесторов, давшим им денег на стартап. Мне это было глубоко неприятно, я написал статью, которая шла против очень популярной на хабре идеи стартапов. Удивительно, она не ушла в глубокий минус, вызвала некое обсуждение, были люди, которые со мной согласились. Но я понял, что на хабре, вообще-то говоря, можно говорить правду. Особенно тогда, когда у тебя большая карма, и тебе, ну, в общем, не очень хорошо. То есть сейчас там при карме в 480, а это уже опустившаяся, она была больше 60 какое-то время, пока я не начал писать то, что я на самом деле думаю. И меня не начали злостно минусовать. При такой карме, вообще говоря, ты можешь написать все, что угодно. Абсолютно любой текст ты можешь написать, просто даже если у тебя все ополчатся, не наберется столько людей, которые захотят тебя заминусовать. Ну, это как там, золотые патроны, да, их мало, но они есть. Я начал писать топики зла. Значит, что такое топики зла? Топик зла – это топик, имеющий целью нанесения, ну, как правило, там, репутационных повреждений другому лицу. То есть ты кого-то очень активно, я делал это, включая всю свою злобную, значит, занудство и сарказм, в адрес неких людей, которые тебе не нравятся. Если адресат выбран правильно, то это на хабре опять-таки вызывает, ну, большое одобрение. То есть, чтобы писать топик зла, нужно вообще понимать, что ты понравишься аудитории. И надо понимать, что ты на кого-то нападаешь. Эти статьи, на самом деле, это тот же топик добра наоборот. То есть ты рассказываешь: смотрите, какие они плохие, а я хороший, я хороший. Это то же самое добро наоборот. Я написал несколько статей, нечто поражает в них. Вот первая статья по личному указанию фюрера. Мои родители работают в школе, и у них есть такая удивительная программа, называется программа контентной фильтрации. Это невероятный навороченности программный продукт, призванный запретить возможность открыть в Яндексе детскую порнографию. То есть, чтобы ребенок не мог найти порнуху с помощью интернета. Вот такова цель этой программы. Программа контентной фильтрации. Она очень сложна в установке, она невероятно капризна к операционным системам, она требует скачивания апдейтов чуть ли не ежедневных. И что самое гадкое, ее проверяет прокуратура. То есть примерно раз в четверть, ну то есть 4 раза в год, к школьным учителям информатики, часть сотрудницы, которыми имеют мои родители оба, приходят проверяющие и пытаются найти детскую порнографию. Если они ее находят, то им выносится предписание, и вот в нашей области уже несколько учителей таким образом получили в голове. Это правда, это не шутка. Программе и учителям. Учителя. Учителя ответственны за внедрение этой программы. Меня взбесило, то есть ко мне обратилась мама, говорит: ну, ты же умный, да, поставь программу. Я провозился с ней там несколько дней, я раскопал, как она работает, я испытал невероятное... Биологическое удовольствие. Да, ну то это ужас какой-то. Я просто написал. Заголовок вынесен на известное в узких руках идиома, что этот софт разработан в лабораториях Абвера по личному указанию фюрера. Вот эта статья у меня так и называлась, по личному указанию фюрера. Я там все подробно написал. Со скриншотами, с названием программы, со всем таким.
Эффект был очень предсказуем во всем, кроме одного. Люди начали писать, да, уроды, там, детям нужна детская порнография, как же так, мучают админов, лучше бы там Паскали учили. Ну, в общем, вот такие разговоры. Все это было очень мило и предсказуемо еще раз. Пока ко мне в Аську не достучался человек, как выяснилось, разработчик этой программы, и сказал, здравствуйте, а какие у вас проблемы, а может вам помочь? Что за сложность этой программы? Да, у вас модуль не обновленный, вот, пожалуйста, обновите. Они мне реально помогли. И тогда, знаете, как в старых анекдотах, ну тогда бабушка раздает, да? Значит, бабушка поняла, ну то есть бабушка, то есть я понял, что это реально работающий инструмент, потому что хорошую статью на Хабре, я уже говорил, читает 4-5 тысяч человек. Это много. Среди них просто находятся одноклассники или сотрудники той же самой конторы. То есть читают и переходят, просто читают, наверное, и того больше. И это работает. И поэтому у меня было написано еще несколько статей, которые имели примерно тот же эффект. Я писал про задание ЕГЭ по информатике, которые, ну, я, обладающий степенью кандидата технических наук, не в состоянии решить несколько задач из этого, из списка задач, ввиду их бессмысленности или двоякой формулировки. Там есть, правда, идиотские задачи. По этому поводу со мной списывались координаторы ЕГЭ, писали, где ты взял это задание, да это какой-то фейк, мы такого не давали. Я говорю, а вот из того, что вы давали, точно то же самое. Это реально работает. Я ругал движок PHP Shop, он был совершенно феерически отвратительно написан, хотя стоил довольно много денег, то есть дороже базовой редакции Битрикса. И я писал про клиент-банк, который просто ужасен, я писал про робокассу. Робокасса проигнорировала, мы с Алексеем занимались этой темой, робокасса проигнорировала наше ругательство по поводу кривости их работы, но зато мне написало там человек 5, предложили свои услуги, типа, мы лучше робокасса. В общем, это такой пиар-эффект, и он реально работает. То есть благодаря этим статьям, вот часто бывает, знакомишься на какой-нибудь тусовке в Москве с людьми, ну, человек на меня никак не реагирует. Но если потом всплывает, значит, мое отношение к этим статьям на Хабре, то кто говорит, ага, ты этого чувака, который написал вот это вот. То есть, создает определенную репутацию. И вот абсолютный рекорд, почти 400 голосов, плюс набрала моя статья, не очень длинная. Она называется «Как я выиграл суд у Макхоста». Макхост — это хостинговая компания, которая кинула пол Рунета и нас в том числе, поимела нас на 100 тысяч рублей. Мы у него выиграли суд, денег не получили, ну, приобрели бесценный опыт. Как не надо делать. Вот суд действительно я выиграл. Это было, ну, собственно, ничего интересного, но сама волна произвела большой эффект, вот такой, добро и зло в одном флаконе. Вот я пришел к выводу, что топики зла – это, наверное, то, чего администрация Хабра не хочет, чтобы делали его участники, а именно решали свои личные проблемы. Я не создаю суперполезного контента. Я просто на волне личной популярности, огромной кармы, могу писать то, что я хочу, и нацеливать волны, которые хотят нацеливать сами администраторы Хабра, туда, куда нужно мне. Впоследствии вот эта вся волна была прикрыта. Сейчас на Хабре практически невозможно написать топик зла вот такого типа. Его немедленно перемещают в нетематические блоги, и на главную не вылезает. Кроме того, его не видят обычные читатели. Да, да, его не видят обычные читатели, да, Леша, правда. Да, кстати, проблема не видно. То есть его видят только те, кто либо подписался, либо участвует. То есть обязательно должен быть человек, зарегистрированный на Хабре, и только вступивший в этот блог. Ну и ввиду этого... Ну, это ужасное стало. Ввиду этого, ну вот мы со Степаном Рубля спорили вот как раз по поводу там пуританства робокассы. Вот. Этот сайт, ну, это сообщество как инструмент становится бесполезным. То есть я, да, могу писать статьи. Интересные, технические, тематические для этого сообщества. Но что мне в обмен? Да. Деньги, ну вот эти копейки мне не нужны. Мне нужна, ну, определенная власть вот в этой сфере, чтобы я мог решить свои проблемы за счет этого. Но уже нельзя. Да, уже нельзя. Фактически нам оставили ровно одну функцию – производите контент. Но не платят за нее. Но не платят за нее ничем действительно ценно. Чем кончилось дело? Я начал писать то, что я действительно хотел писать. Я написал статью, довольно известная русский блог «История». Она называется «Один из Битрикс против Human CMS».
или холивар популярных коробочных CMS. Мы были одновременно партнером Bittrex и Yumi, мы работали на обеих системах. Мы обе их осваивали, это был начальный этап освоения обеих систем. И я провел эксперимент с применением по тому, как они будут делать простые задания на обеих системах. Я сейчас точно не вспомню, в каком году это было сделано. Два года. Да, наверное. Достаточно давно уже. Эта статья была написана, на мой взгляд, вполне разумно, справедливо. Она подтвердила те тезисы, которые я изначально рассказывал, что миф о супер невероятном удобстве Yumi, дружественности интерфейса и так далее, это не более чем миф. Ну и, собственно, этими тезисами я поделился. Разумеется, Yumi и Bittrex не платили мне денег за результаты этого исследования. Ну, более того, мы сами платим Bittrex довольно много денег, и незачем менять то, что так хорошо работает. Я написал эту статью, честно, будучи уверенным, что я делаю дело свое честно, ну и, в общем, полезное. Разразился довольно большой скандал, меня немедленно обвинили в том, что Bittrex заплатил мне денег. Котырев, директор Юмисофта, ругался, что я не послал ему статью на предварительную проверку, что результаты подтасованы и так далее. В целом, статья набрала плюсы исключительно из-за своей скандальности. Но я в который раз убедился, что саморегулируемое сообщество, может быть, оно и хорошее, но я уже как-то не очень в него попадаю. Я уже как-то не очень хочу себя чувствовать членом этого сообщества. Потому что Котырев обвинял меня в продажности, и эти обвинения набирали очень много плюсов. Я вел себя сдержанно, и там, мои вполне внятные ответы по делу тоже, в общем, плюсовались, но все это было очень некрасиво. Я написал еще одну статью через год на эту же тему, добавив третью CMS Netcat в обзор. Примерно тот же самый результат. Ну и почти последнее, что я сделал на Хабре, я написал три статьи про Bittrex. Уже только пробились, собрав в три кучки ту критику, которая существует в адрес этой платформы. Bittrex как платформа технологическая, Bittrex для разработчика и Bittrex для директора. Да, три статьи. Bittrex для разработчика, Bittrex для админа и Bittrex для директора. Статьи получились очень большие, их общий объем порядка 40 листов мелкого текста в сумме. Из трех одна набрала довольно много плюсов, потому что она была дальше всех от IT, и прочитали. Что для меня важно? Хабр в целом оценил мою статью как плохую работу, как работу продажную, как работу непрофессиональную, ну и, в общем-то, так. Примечательно, что статьи у меня не были, в общем, рекламными. Я не знаю, кто-то их читал внимательно, кто-то нет, кто-то, может, вообще не читал. Здесь важно, что есть такой человек в недрах Bittrex, Вадим Думброн, который является одним из ключевых разработчиков системы там, с первого дня в ней работающий. Он сказал, что это самый подробный и самый тщательный обзор системы, который реально показывает ее плюсы и минусы. Она уже морально устарела, там статья больше года, там очень много чего поменялось. Но статьи висят сейчас у нас в блоге, набирают плюсы, через них к нам приходят клиенты, которые читают и говорят, да, хорошо написано, мы теперь все поняли. Но сообществу они не нужны. Сообществу Хабра они не нужны. И поэтому мы вот плавно перешли вот к такому тезису. Мне неинтересно писать так, чтобы нравиться Хабру. Это достаточно просто. Я знаю, что надо написать. Ко мне часто обращаются, там, типа, а вот прочитай статью, как ты думаешь, пойдет или нет. Я знаю, как это сделать, но мне это неинтересно. Поддержка этих леммингов мне не нужна. Писать гуманитарные статьи, делиться опытом. Слава Богу, мне есть кому рассказывать то, что я считаю нужным. Мне неинтересно. Читать Хабр, читать ленту айтишных новостей редко. Вот и получается, что мы с Хабром стали друг другу неинтересными.
Мне кажется, это очень типичная история. В ней мало персонального. В ней мало персонального. Это не потому, что я такой и там я писал про то. У любого человека интересы не совпадают с интересами сообщества. Он будет писать то, что хочет писать сам. И рано или поздно любой человек входит в конфликт с подобным сообществом. Ну, либо он в нем растворяется, либо он в нем практически не участвует. Ну, можно там продолжать ходить и читать. Как я читаю автосайты. Никогда в жизни не оставил ни одного поста ни на одном автосайте. Но я их читаю. Я не являюсь де-факто членом сообщества. Поэтому вот еще раз повторю, мы с Хабаром стали друг другу неинтересны, ну и меня это, в общем, устраивает. Хабр получил 112 неплохих статей, я получил известность в определенных кругах, и в случае чего имею возможность написать то, что я считаю нужным. После моей поездки на Тегляйн последней осенью, я написал туда большую статью, познакомился со многими людьми через эту статью, написал ее больше для себя. Я пользуюсь этим, но не перестал быть членом сообщества. У меня там еще два слайда, я их хоть в самом конце, если время будет, скажу. Вот. А вас хочу поблагодарить, я заболтался, да сколько времени прошло? Час с чем-то. Ну тогда да, уже полпятого. Хороший опыт. Вот так я это вижу. Давайте отвечу на вопрос и сделаем перерыв. Сережка, у нас уже все батарейки сели. Не сели пока что? Спросите что-нибудь, потому что только самые прорывные люди что-нибудь спрашивали. Может, это видео на Хабре будет? Ну, видео на Хабре выложить нельзя, а так его посмотрят. Я не думаю, что мой опыт кому-то интересен. Это очень типично. Это уже продолжение. Уже все результаты. Это будет троллинг Хабре. Да? Ну, это я стараюсь быть объективным. Я суммирую опыт последних 4 лет. Интересно, чего хотели достигнуть с создателями Хабре? Ну, не достигли, они создали управляемое сообщество. Управляемое сообщество, занимающееся ИТ, позволяющее им зарабатывать деньги. Они на этом зарабатывают деньги. Мое представление, это она такая сложная, многофункциональная система создается, всегда будет какой-нибудь неуправляемый эффект и непрогнозируемый. Когда в сложном клубке потянем за нитку, там же такой узел может завязаться. И это также. Попытка управлять сложными системами всегда непредсказуемым результатом. А то, что там, как это, позитивные и негативные статьи пользуются одинаковым рейтингом спросом, для меня это тоже очевидно. Любое как бы, движение, что сторонники войны, что противники войны, они как бы дуют в одну дудку и раскачивают один и тот же маятник, так сказать. И неважно, кто сильнее в данный момент, противники или сторонники, как бы тема войны условно муссируется. И в этом смысле, На самом деле, закономерный результат прям. Но зато и у тебя получился железобетонный опыт не в виде, прочитал в книжке роман, а сам прошел. Нормально, молодец. Я о чем подумал, что исходя из тех идей, которые закладывались в самом начале, да, что значит сообщество. Но вот система, допустим, создающая самостоятельно контент, это напомнило на работу редакции, с которой я случайно познакомился, в узкоспециализированном СМИ, как ты сказал, да, велосипедистов не закончил. Но, допустим, мы там пчеловоды, вот, тоже достаточно узкая на самом деле. Например, каким-то образом очень-очень близко похоже на работу редакции, да? То есть читательский круг учения подписчиков очень узок, а по большому счету и круг авторов, да, то есть там делящие на очень небольшие там части. Вот там кто там научные области занимается этим, да, кто работает там наука и практика, там ставлюсь хозяйство, лаборатории, спецхозяйство, кто занимается там разработка методик. То есть, грубо говоря, наличие экспертов было в сообществе. Они постоянно писали новости, они постоянно писали какие-то новые статьи. Да? Были люди там практики, которые писали там свой личный опыт. Да, и была огромная обратная связь там, через письма. Или писали письма, послали их в редакцию, там, ждали ответа, или лично, или там, через тот же самый журнал. И вот, по большому счету, в данном случае схлопывается просто до бумага,
слабую за скорость публикации, да, и если раньше на редакции лежала ответственность, как работать с читателями, и они были некой прослойкой между авторами, да, и тоже попросили их там вот, как бы давали им обратную связь по реакции аудитории, потому что они заботились о популярности журнала, о подписке, которая там, извините, была в общем очень маленькая и не особо там позволяла жизнь, в Советском Союзе там дотации, там не было конюшни, было легче. Но вот этот проект был, а здесь увидел его автоматизацию некого этого процесса. То есть, по большому счету, редакция пытается себя из этого процесса исключить на уровне ежедневной работы. Она оставляет себя на уровне разработки неких правил, адекватности оценки некой читательской аудитории. Вот ключевое, а возможно ли это вообще? Ключевое, возможно ли это вообще? По-моему, нет. Вот этот вопрос, который на самом деле, к которому я и шел. То есть вот такое построение, оно на самом деле разумно или неразумно? Мне кажется, оно разумно. Постоянным подвинчиванием. То есть абсолютно как бы автоматическая система работать не будет. Вот именно степень некое подвинчивание, подкручивание либо правил, либо гаек под регуляцию важна, потому что саморегулирующие системы, не знаю, разлетятся во всей вселенной и все, как сольются с ней. А здесь должно быть что-то как бы отличное, как бы ограниченное. Вот это вот границы блюсти, подкручивать правила, барьерчики. Как мечта? Как мечта, это, конечно, должно работать. Я, собственно, заболтался немножко. Я хотел рассказать о Хабре, как, на мой взгляд, самом технологически продвинутом, прошедшем полный цикл своеобразного развития. И плюс, надо хорошо понимать, это сеть айтишников. Это людей, которые очень много времени проводят в интернете, очень аналитичны по складу ума, очень плодовиты в плане написания текстов, они готовы пережевывать информацию, они готовы давать обратную связь. На мой взгляд, айтишники — это одна из самых питательных средств для подобных систем. Вот Сергей будет рассказывать про автомобильные сайты, Паша про велосипедные, Ира, если доедет, про женские, и у Лёши что-то специфическое, я сейчас даже забыл что. Поэтому давайте сделаем небольшую паузу, послушаем других, а потом, если будет возможность, сделаем вывод. Пауза. Буддист, да. Я хотел бы рассказать о сайте «Филосообщество». Я местный программист, по совместительству велосипедист. Пашки два велосипеда. Да. Есть грех. Старый и новый. Вот, сайт «Филосообщество». Всякий сайт такого сообщества должен решать проблемы этого сообщества. Иначе он просто не нужен этим людям. Что нужно велосипедисту? А для кого нужно? Для людей, у которых есть велосипед или вот-вот хотят купить. Возникают некоторые вопросы, когда там пользуются все, заходит на сайт, решает проблему. Что должен видеть человек, который зайдет на сайт «Пушалка сообщества»? Он хочет информации там, о велосипедах и так далее, разнообразность, справочник какая-то. Компания, с которой можно куда-то поехать, потому что велосипед — это в первую очередь перемещение, куда-то движение. Не просто обладание каким-то девайсом, а использование его в пространстве. И возможность, так сказать, применить фотометрию, поделиться успехами, что смог, что не смог, получить какие-то выгоды, скидки, сборы, популярные там, совместные покупки в интернет-магазинах. Еще раз повторяю, фотометрию применить. Это мы не дослышали. Ну это как карма-измерение, то же самое. Велорама. Этот проект в этой версии был выпущен в 2009 году, летом. Освещен на Хабре. Ну, в общем-то, да, если посмотреть на эту верстку, это со страницы сайта, можно увидеть, что откуда авторы черпали идеи создания. По большому счету, если связать с предыдущим докладом Степана, это не такое. Это сайт, который люди, которым нравится Хабр, попытались сделать такой же для велосипедистов. А что для велосипедистов? Ни слова про велосипед. Я это еще раскрою в будущем. Дальше. Докладе.
Конечно, консульт его себя. Собственно, люди, вот им нравился хабр, они решили сделать сзади велосипед, они пилили его год. Не помню, откуда у меня эта информация, но точно помню, что год они его делали. Выглядит замечательно. Скажи, пожалуйста, один там. Там есть скром. Сними его так. Какой? Да. Круто. Да, реально круто, очень красиво, красиво сверху, красиво сделан, хорошо работает, и с отзывом, каталог и так далее. Все, что надо велосипедисту. Сверху справка для новичков. Каталог товаров. Есть даже цены с каких-то магазинов, блоги пользователей. Вообще, что может делать пользователь на этом сайте, почему это сайт сообщества? Он может завести блог, писать туда, размещать фотки, статьи. Есть карма, то есть плюс 12, плюс 4, это та же самая карма, что на хабре. Лучшие статьи, хорошие сообщения из блогов, редакция сама переносит в справочник. Если кто-то написал очень хорошую статью, как выбрать велосипед, то будет такой инцидент. Потом они сделают справочник, как велосипед выбрать. Да. Технологически очень хорошо, очень хороший сайт. В чем прекрасная технология? Что можно выбрать, там, сконфигурировать свой велосипед, там вверху есть конфигуратор велосипеда. Там какой-то цвет рамы, колеса, все, но все, чем заняты мозги велосипедиста, он на велосипеде не едет, не контролирует обстановку, чтобы там купить какие-нибудь плюшки для велосипеда. Все такое есть. Но как поддерживается порядок? Могут замилсовать, да, собственно, и все. А порядки? Да, о порядке. За порядком на сайте следит администрация. Я бы не сказал, что он в этом сообществе очень сильно развит, минусование и так далее. Можно и в 5, и следующий слайд. А, нет, я сам. Ну вот, порядок. Пожалуйста, сообщество. О, хорошо. Да, в лучшем виде. Элитные проститутки из ПБ, все на месте, да. А где из ПБ нашел? Чем я там из ПБ не вижу. Что, Москва. Что, на первых местах или что? Нет, список сообществ. Там конкурсы, поездки туда-то сюда, то есть вот здесь вот не видно, наверное, белая полоса, я просто по скипам много текста, это там внизу страницы было. Есть сообщество. Это не какая-то системная информация, это просто информация о проблемах, которые есть. Ну, потому что она есть, понятно? Да. То есть за спами есть способ? Да, мы кроме того, прекрасно. Запрос велосипед ничего не найдет. А почему? Это такая местная шутка. Но он вообще ничего не ищет, я подозреваю, у них просто слинг отвалился. А, и они очень работают. Да, видимо, ничего. Это может глупо искать бы этого сайта. Еще примечательное велосипедное сообщество. Своей сезонностью. Это величина, это средний посетитель в сутки за месяц. За 2010-2011 год. Видно, что велосипедом больше всего интересуется. Это вот статистика именно Глорана. Летом. Ну, логично. Из личных наблюдений могу сказать, что вот это количество людей, да, это количественная характеристика аудитории. Есть еще качественная характеристика. Вот она от количественной стоит примерно на 3-4. То есть в феврале, когда людей мало, то есть вот в этой части вообще, про 3-4 это шутка была, не надо серьезно стрелять. Когда людей мало, на сайте крутится в основном очень странные, или маргинальные личности, или неврастенники всякие экзотированные, которые что-нибудь скажешь, но совершенно неадекватной реакции, нормальным людям этим сообществом пользоваться невозможно. Это, наверное, те самые проститутки. Зимой. Но если это с зимы висит, ну это просто шланг. Вот это вот, это статистика Ворстата Яндекс по запросу купить велосипед. Тоже за последние два года. Странным образом. Внезапно. Совершенно совпадает с посещаемостью этого сайта. Видимо, немного к тебе так не относится, но, видимо, вот этот рост аудитории просто связан с ростом интереса к велосипеду вообще и не связан с качественным ростом этого сайта. Где они берут деньги? Я не знаю. На сайте ни одной рекламы, ничего. Я хотел бы устроить здесь дискуссию.
улицу и подумать, откуда они берут деньги. Ну хорошо, там есть магазины, цены в которых подвязываются к каталогу запчастей, велосипедов и так далее. Как вы думаете, много ли они зарабатывают? Ну, конечно, нехорошо мерить чужие деньги, но вот так подумать, как можно монетизировать это сообщество? Потому что... Ну, может, сами по переходам? Да, по кликам. По переходам на эти магазины? Ну, наверное, и все. Ну, вряд ли это много денег, на самом деле. Вот и я. Не, ну, это красивенький. Чем больше денег. Технически очень здорово сделано. Ну, не считая, конечно, неработающего поиска. Сверстан здорово. Приятно пользоваться, но... Следующая проблема. Велосипедист не может этот сайт применять, когда он на велосипеде. Да? Это вот в моменты отдыха какого-то. Логично было бы делать какой-то сервис, который велосипедист могли бы использовать в процессе движения. И поскольку велосипед передвижение в пространстве, хорошо бы иметь карту маршрутов, куда ездить. Да, что делать велосипедисты? Они находят собутыльников, соучастников и куда-нибудь едут. Вот это, в принципе, то, в основном я бы, например, пользовался этим сайтом. Но здесь нет маршрутов. Есть более другие люди, можно сказать, Антап, Толкром и на соседних планчах, которые захотели решать первую проблему. Проект Катушкин. Вот второй. Как вы думаете, что значит забиваем? Колышки от того. Скоро открытие. Это... Кроме травы вариантов больше нет. Да, а на самом деле эти... Вопрос России забили. Эти товарищи делают точно такой же сайт, как это, только про футбол. А на Катушкине люди должны находить товарищей, которые где-то поблизости, можно списаться, собраться. Почему это не сайт сообщества? Потому что, я считаю, потому что вот такой сервис, он утилитарен, он решает конкретную проблему. Где вокруг мои друзья? Как Google Локатор. И никаких социальных тут механизмов нет. Поэтому я о нем больше не буду рассказывать. И вообще у меня текст кончился. Ну, логика в чем, Паша? Да, нет, его. Вот, я постоянно себе пробую, она по геопозиции отслеживает, где я нахожусь, она на этом сайте показывает. Да, под Android, под iPhone. И твои друзья, если не подписаны. Можно зарегиться как велосипедист, а ездить на машине. Можно. На самом деле это не столько про велосипедистов, сколько про вообще активный отдых, там и ролики, и все остальное. Штука. Есть приложение для iPhone, называется «Мои друзья». Соседний вклад. «Мои друзья». Вадим, возможно, в интернете. Вот, если зайти в места, там очень интересно, там можно травмпункты отметить, это тоже такое. Травмпункты, травмпункты. Очень интересно, я побывал, личный опыт, может пригодиться. Воспользовался сервисом этим или сам нашел? Да? Нет, не воспользовался, так знал. Если есть вопросы, задавайте. Так я кончу. Ну а, это самое, ты-то участвуешь? Вот в Катушкине или в Белораме пишешь или читаешь? Я считаю, что велосипедисты делятся на два. На две большие группы. Почти не пересекающихся множества. Кто пишет и кто катает? Кто пишет и кто ездит, да. Я пока езжу. Пока ну, ездил. Я добрый. Да, начинай читать. Это, конечно, такой немного наброс в сторону сообщества. Вот, а ты сказал, если с Хабром сравнивать. Белорама. Ну, идеологически тот же Хабр, да? Я не стал рассказывать, просто что время сэкономить. Есть Дриблер, есть Автокадабра, есть Игра Ностра. Это проекты, сделанные как клоны Хабра. Вот этот очередной клон. Да, очередной. Он работает вот на среду велосипедистов? Или вот. В чем-то проблема по сравнению с айтишниками? Я криво выразился. На мой взгляд, он не работает. У него мусили. Как вы считаете, 5000 уников это нормально для... 5000 кг? Уникально. Мне кажется, нормально, хорошо, но не звездный синема. Просто велосипедистов в интернете гораздо меньше, чем айтишников, поэтому всего в 5-7 раз меньше, чем на Хабре. Были периоды, когда на Хабре было 5000 уников в суд. Давно мы были. Ну, это давно.
здесь у меня нет сформированного мнения. Может быть, работает, может быть, нет. Я вот, лично я, все время рассказываю, мне он технически нравится, как айтишник, но я им не пользуюсь. И вообще, насколько я могу судить, дело сообщества, они в основном живут на классических формах. Администраторы, модераторы, которые по шахтам раздают, и обычные пользователи, которые флудят. Ну да. Таких, наверное, 90%. И это форумы, как правило, территориальные. Есть большие, там, ну, а у нас в Волгограде 2-3, скажем, есть. И они обязательно должны быть территориально сгруппированы быть, потому что ну, люди надо вместе ездить, зачем на форум в соседнем городе, думаю, это очевидно. И ты только спрашивал, работает ли он для нас есть? Ну, мне кажется, не работает. Хотя что считать работой? Ну, то есть он работает именно как такой навороченный форум, а вот это вот механизм сообщества, он не завелся. Да. Ну, это очень популярное опасение, а можно ли так организовать, допустим, футболистов или иного другого рода? Ну, очевидно, нет. То есть, как бы, IT-технология – это вершина, где этот храм был, так сказать. А все остальное будет даже маленькими процентами от идеи храма. Ну, тем более. Потому что люди не той закваски, да. Хаб разлетел, но все клоны хаба, они нисколько там, наверное, ничего не имеют. 1%. Ну да, проблема здесь. Понятно. Все, спасибо. Вообще все, где я пришел? Школу, что ли, пойму? Нет, это не я. Вы увидел интересующийся момент, вариант? Не переживай, ничего, заберут на сервисе. Купешка вообще. Так, я расскажу, значит, о автосообществах, после того, как рассказали об IT-сообществах и велосообществах, коротко. А, прежде, перед этим, я хочу спросить, чтобы подняли руки те, у кого есть автомобиль. Кто недавно продал? Тоже считает себя автомобилистом. Кто считает себя автомобилистом? Такая небольшая выборка показывает, что людей достаточно много, даже находясь в этой комнате. Людей, в принципе, интересующихся автомобилей, я думаю, вполне возможно, что гораздо больше, чем айтишников. На самом деле в интернете существует огромное множество различных сайтов автомобильной тематики. Но, как ни удивительно, социальными там, основными задатками достаточно мало. Большинство сайтов автомобильной тематики – это форумы, блоги и все, по сути. То есть таких форумов в блогах очень много. Это, допустим, практически каждая марка, практически каждая модель имеет хоть какой-нибудь свой маленький сайтик. То есть, там, не знаю, Hyundai, какой-нибудь автоклуб, потом какой-нибудь Hyundai Matiz, или еще что-нибудь подобное, то есть таких, но они в основном построены на базе... Я хочу показать на примерах сразу. То есть перед вами Drive.ru, достаточно старый сайт. Ну, сам Drive.ru, который здесь достаточно интересно сделан в виде такого журнала. И все они представляют никакой социальной основы в данном случае. Здесь есть наши тесты, где сотрудники этого Drive.ru пишут обзоры для автомобилей. Все достаточно интересно, но никакой социальщины. Есть каталог компаний. Видимо, это компания, которая сотрудничает с Drive.ru, получает какие-то деньги. То есть платят какие-то деньги драйверу. Есть купить машину. То есть, по сути, объявление. БУ? Ну, в основном, я думаю, БУ. В принципе, ничто не мешает разместить, как зачастую делают, автосалон объявления своих автомобилей туда. Вот. Есть форумы конкретных моделей. Ну, все это достаточно стандартно. Возможно, даже, можно сказать, устаревшее. Поэтому свое общество, в свое время было создано сообщество Drive2.ru. Это уже социальное сообщество, ну, то есть задатки социальщины, так скажем.
Здесь у тебя есть личный профиль, где ты добавляешь там свои автомобили, ведешь блоги, можешь добавлять друзей, те могут там писать, могут подписываться на твои автомобили, комментировать, читать. На драйв вернулся. То есть, допустим, вот видим здесь ленту автомобиля, первый попавшийся тыкаем. Боже, это бурят. Да, видим здесь блог, фотографии, комментарии об этом автомобиле других людей. Также мы видим, кто что написал, можем перейти к ним. До кого-то. Семерка. На этом же сайте, как они зарабатывают, в принципе, мы можем пополнить свой баланс. И вот в частности, допустим, какой-то такой показатель кармы или что-то. То есть можем плюсовать других людей. Но это исключительно за деньги. Вот. Здесь есть различные сообщества, на которые мы также можем вступить, в них подписаться, общаться. Здесь есть интересная рубрика «Выборы». Здесь вот, когда случайным образом выбираются различные автомобили, абсолютно случайно, и люди голосуют за них. Ну, таким образом привлекается интерес к тому или иному человеку. Так, ну, в принципе, по драйв у нас все. Есть такой сайт автоблогер.ру. Этот сайт, он не очень популярен, но по социальщине, так скажем, он даже смахивает чем-то на там, ВКонтакте. Ну, как на всех сайтах автомобильной тематики, здесь мы добавляем свой автомобиль, фотографии. Но зачем-то нам предоставляется возможность, где я нахожусь, добавить детство, школу, учился, работал, работаю. Детство, грустно. Да. Это, наверное, про автомобиль сидишься, где детство провел. С улицы, дома, ну, судя, что нет квартиры, возможно. Год начала детства, год окончания детства. Где прошло ваше детство, да. Первая авария. Самое интересное, что, допустим, детство почему-то нельзя поставить в бар. Старость, допустим. Серега, ты здоров, да? На второе детство. Правда. Напиши этому обмену. Включите мне возможность. То есть сайт, в принципе, социальный. То есть он подобен там ВКонтакте, своими особенностями, нюансами, видимо, что-то добавили там про детство, школу, ну то, что к автомобильной тематике вообще мало относится. И я думаю, те, кто общаются чисто на автомобильные темы, ищут какие-то статьи на автомобильные темы, ну их слабо интересует, чем этот человек занимался, когда ему там было 5 лет. Есть интересный сайт, называется «Машины.ру». Я бы назвал это сайт знакомств с людьми, у которых есть машины. Клево. Потому что есть место для встреч. Есть место для встречи. На колесах. Вот здесь есть знакомство. То есть нас, не знаю, интересует парень, девушка. Мы сразу можем свои предпочтения выбрать там. Допустим, нас интересует там Альфа Ромео, там определенная какая-то модель, там город. Волгоград, Волгоград, Волгоград. И возраст машины. Машины? Человек на 125. Ну вот, честно говоря... Ну да. Нет, это, наверное, возраст все-таки человека, да. Ну не надо возраст указывать, слишком судишь ты. Да? Ладно. Ни одного мужика на Альфа Ромео Сашка для тебя ни на что. А ты модель еще на этом сайте. Модель бери себе, чтобы марку оставь, а модель. Ну у нас Альфа Ромео на самом деле в Волгограде есть мало, давай выберем там, не знаю, Тойоту. Там, да. Серега, давайте найдем. А меня там нет. Выбирали, нас нет. Давайте найдем хотя бы кого-нибудь в Москве.
Плохо. Давайте. Вот наши мужиков, грубо говоря, кому интересно. Приюсы, слушай. Да. Сайт на женщин. Вообще женщины знают. Розовый клуб. Нет, на самом деле. Пожалуйста, не с машиной. Нет, есть род мужик. Нет, можно искать женщину с машиной. Вдруг это женщина. Да, ищем вот женщину в Москве. Ну, нрав 4, все хорошо. Все нормально. У женщин в Москве, да. И фотки смотреть, в каких позах. Мне кажется, это самое трудное. Да, да. Причем можем искать людей по номерам. Да, если мы вдруг увидели там где-то интересный номер. Старая проститутка, например, отличный номер. Давай возьмем твой, Серег. Давай возьмем. Нет, я пробовал искать свой. К сожалению, видимо, он в Волгограде не очень распространен, поэтому моего номера нет. Какой возраст. Здесь есть топ девушек, мужчин и только потом топ машин. Ну и, соответственно, клубы различные. То есть, такая, это такая... Машина и рука. И как люди туда попадают? Сами не регистрируются? Просто регистрируешься, да. Ну, допустим, твои номера, тебя кто-то может добавить. Либо ты кому-то сильно... Либо ты кому-то... Да, мёд. Нижний, да. Ну, мёд, по-моему, ещё. Пояснение. Да, вот пояснение, абсолютно. То, что надо, да. Так, ну, то есть это такая, я в принципе больше нигде не встречал, то есть такая служба знаком, но с автомобилями. То есть, в принципе, не автомобильных людей туда соваться не стоит, потому что вот здесь я только зарегистрировался, вот, не добавлен автомобиль, я не участвую в поиске, меня найти нельзя. Ты можешь себе найти пару с автомобилем? Да, я могу себе найти пару. Вот, ЗАЗ 600. Профит есть. Там кнопочка сделать гадость, отличная кнопочка. Так, давайте, так у нас зашла большая тема про Хабры, а Кадабра это является таким клоном Хабра от самих создателей Хабра, поэтому мы ее обсудим детальнее чуть попозже. А сейчас разберем достаточно интересно с технической с точки зрения и с точки зрения реализации, это Smotra.ru. В своем мире достаточно скандальный сайт. Я напомню, год или два назад скандальную историю, связанную с Эриком Давыдовичем, когда они на пробеге с Motorrun 2011 повздорили очень сильно с администратором гостиницы. Еще показывали новости. А, что такое было, да. Вот. Эрик это является владельцем данного сайта. В то время очень там жестко это все осуждалось обществом. Многие предполагали, что это вообще просто был пиар этого фильма, который в последующем вышел и продавался. Надо, правда, отдать должное, что, ну, как говорят, деньги от сборов по этому фильму пошли в детские дома. То есть они совершали автопробег, но параллельно заезжали в различные детские дома, привозили там подарки, лекарства. Сам Эрик достаточно неординарная личность, шоумен, и вот проходящие в Москве различные автогонки уличные, вот эти сходки так называемые, зачастую проходят, ну, от Smotra.ru. Сайт технически интересен по оформлению, он уже за несколько лет сменил несколько раз дизайн. Дай машину. Вот эту, да? Нифига. Здесь достаточно много неординарных личностей. Личностей. F-150. Я боюсь спросить, вы из четырех машин собрали? Бублик 90. Ну, я думаю, сегодня вечером можешь прийти подробнее почитать об этом автомобиле. Здесь много собрано людей, которые... Сын где-то вычитал, что у Форда самый гигантский джип из всех джипов. Может быть, это вот как раз он. То есть он рекорд из всех гигантских джипов у Форда самый. Там прообразный. Маунт. Может, необходимость определения этого. Да, ну, летает. А мода, да. Мода еще версия, да, есть? Нет, это не версия, это просто переключаешь, как бы, и сразу попадаешь... То есть они там все вместе, кучку? Они все вместе, ты при добавлении можешь добавить себе в личный кабинет автомобиль, можешь добавить мотоцикл. Даже авиабой?
Не могу сказать. Если нет войны, видимо, поэтому это разделено, а не в одной куче. Плюс на данном сайте достаточно много людей тусуются, так скажем, которые автомобилями не просто увлекаются, они занимаются их реальным тюнингом, вкладывают достаточно много денег. То есть это для них не просто такое маленькое увлечение или как средство передвижения. На данном сайте собраны там люди, которые тюнингуют, допустим, шестерки, до достаточно дорогих машин, как у самого Эрика, золотая BMW, по-моему, X5, которую он тюнинговал до 600 лошадиных сил. Вот. То есть здесь мы можем видеть также, ну, практически на всех автомобильных сайтах, в личном кабинете мы можем добавить свой автомобиль или мотоцикл, все, добавить ему фотографии, завести альбомы, все это распределяется по брендам, маркам, все это выводится вот в этой общей ленте, причем мы можем пометить, что это, допустим, автомобиль угнали или я его продаю. Ну, допустим, автомобиль на продажу. Эх ты! Да. Кто хочет? Лучше нажми, пожалуйста. Я тебе специально... Сашка, ты утонул, я чувствую. Я думаю, 7,2 литра ты не прокормишь, потому что... 390 лошадей. Ну, для 7,2 литра это достаточно мало. Бонус увеличения члена на 10 сантиметров. Считай, и там так написано, да? Да, да, да. Никогда не найду, где... Последний вопрос. Вот. Здесь есть стандартные блоги, то есть люди пишут, голосуют за блоги, обзоры различных автомобилей, обзоры пишутся не всеми, а только, так скажем, привилегированными пользователями. Смотра сама производит и ее пользователь добавляет достаточно много интересного видео. С регистратором? Нет, не с регистраторов. Вот первые все три пойти с регистратора. Нет, это не с регистраторов. Это вот видео со встреч, это вообще смонтировано какое-то видео. То есть это не с регистраторов, это не форум там про пейли, я негодую. Здесь освещаются различные там, мероприятия, которые проходят, организуются смотрой. Там тусовка, стандартный форум. Барахолка, где каждый размещает то, что продает, и там магазин смотра, который продает всякую атрибутику, мелочи, он берет лодку, видит он где-нибудь кому нужен за 350 рублей. Вот. Сайт интересен, вот здесь у них даже вводится такой счетчик, сколько их в сумме на сайте и в социальных сетях. А вот так мы можем изменить на дизайн на старый, если кому-то не нравится предыдущие. Раньше у них вообще... Фоткать, короче, человек по аквариуму и назад по аквариуму. Ну и реализовано очень хорошо, интересно. То есть, в принципе, люди работают над ним, ну, достаточно профессионально. Угу. Да. И теперь перейдем к Кадабре. В свое время тематические медиа, которые владеют Хабром, решили, что... Видимо, решили, что их идея Хабра тиражируемая, то есть решили сами и создали несколько клонов на своем движке. То есть среди них это была Кадабра. Кадабра на самом деле одна из немногих, которая в принципе пошла, потому что у них еще был... сейчас есть Бриджер, футбольный сайт, который долгое время после запуска слабо так развивался, потом вообще они его закрыли. Очень долго переделывали, и сейчас, честно говоря, не помню, у них еще какой-то был сайт. Вот я тоже готовился, когда искал. Дриблер сейчас открывает автокадавру, мы уже в соседнюю папку. Да? Открыть, да, Дриблер, это сейчас открыть. Очень странно. Да, видимо, он их совсем не пошел, потому что они буквально его там буквально год назад запустили, полностью переделав.
И, видимо, он у них просуществовал там меньше полугода, закрылся, совсем не пошел. Но когда на самом деле очень редко заглядывает администрация, они его, кадавр несколько раз переделывалось, изначально на ней не было никакой регистрации по инвайтам, регистрация была свободная. Потом, видимо, администрация решила, что они набрали достаточно количество пользователей и что можно вводить регистрацию по инвайт. А сейчас регистрация на кадавре происходит по инвайт. Те же самые, что сейчас кадавры не торт, слышится, что все изменилось. По-моему, год назад кадавра очень сильно изменилась. До этого у него было подобие кармы, но карма там буквально плюс-минус и все. То есть отрицательные отзывы сообщества в сумме о вас или положительные. То есть также можно было сходить к человеку, в личный профиль нажать плюс или минус, но это не отображалось какой-то там цифрой, как на хабре, а это отображалось просто там, в сумме положительно за вас проголосовали или отрицательно. И никакой нагрузки это не несло. Основным мерилом это являлся рейтинг, который можно набрать с помощью плюсов за комментарии, и как он в меньшей степени влияет, и за плюсы за какие-то посты. С течением некоторого времени плюсы эти постепенно сходят на нет. Грубо говоря, если не писать очень длительное время, то рейтинг будет равен нулю. Ранее на старой кадавре можно было голосовать как положительно, так и отрицательно за посты и комментарии. Сейчас эту возможность убрали. Сейчас есть возможность только поставить вот такую галочку «нравится» или ее снять. В принципе, все. А ранее было... Что? Тебя заинтересовал? Да, что это в итоге такое? Это сделаю псилф, подобие Аки. Прикольно. Ну, такая... Сколько стоит? Еще не выплюнули, ну вот, будет 170 тысяч стоит. До инвалида 215. Движком отзыва. Ранее на старой кадабре была возможность, то есть было 10 человек, которые самые вверху рейтинг находились, у которых была возможность отправить в черновик сообщения, но сейчас такой возможности нету. Кадавра, в принципе, сообществом не регулируется, потому что нет минусов, нет возможности убрать плохой отвратительный пост. Да, то есть мы можем единственное, что поставить, нравится нам или не нравится. Но глобальное изменение, которое произошло, заключается в том, что ранее, если вся лента сообщения, она была общей, ну, это зачастую, в принципе, связано с тем, что количество сообщений значительно меньше, чем на хабре. Кадавра не является лидером там, среди автомобильных сайтов каким-либо. То сейчас сделали множество клубов, и в принципе, если ты не подписан на какой-то клуб, то ты в своей ленте никогда не увидишь эти сообщения. То есть... Тебя интересовала девушка? Перестань дырыгать мышцы, пожалуйста. Саша, нужно разгладиться. Мы смотрим не на тебя, мы смотрим в монитор. Ты там все время дрыгаешь. Ну я тебя могу запустить. Да не надо мне запускать, просто не дрыгаешь. Шлюхом что? Поняли. Убери за другом. Прикольный хэштег. Я даже не хочу спрашивать. Я думаю, ты можешь зайти. Я боюсь представить, что будет там. То есть в отдельный клуб ютубчик, и там масса таких... Саша не хочет, но он посмотрит. Теперь он уже посмотрит. Пиль, пожалуйста, поискай эту ссылку. Здесь вот, судя по этому, 23 585 подписчиков. На самом деле, я думаю, что это все пользователи, когда-то... когда-либо зарегистрированные кадавры были добавлены. На самом деле при переносе кадавры в новую версию много что потерялось, они не смогли перенести гараж, то есть как на любом автосайте, здесь можно было добавить
свой автомобиль в гараж и добавить ему там какие-то фотографии. Но никакие там голосования за автомобиль или другой социальщины в этом плане нет. Так же, как саморегулируемое сообщество, кадавр не пошла, сюда редко заглядывают администраторы, но показать момент, когда на кадавре есть такая тема, что там публикуют пятничные сиськи. Ты тоже понял. Почему сыновник сидит? То есть публикуют пятничные сиськи. И буквально через год этой традиции заходит администрация, видит, что порнография, и удаляют. За весь год, то есть, да? Нет, не за весь год, они удаляют. Вот сегодня пятница, они заходят и видят, что кто-то разместил голых теток. Они негодуют, удаляют, банят человека. Тут вся кадабра поднимается, вы что, офигели? Типа, у нас традиция уже год. Администратор наконец-то вспомнил пароль свой. Видимо, видимо. Нет, он смотрел, потом решил, что он девочек не любит. Нет, потому что у него знакомые там сиськи. Ну, в принципе, все. Ну, а расскажи про себя, ты у нас что там, на кадабре? А на кадавре в свое время я без проблем смог там различными постами поднять себе рейтинг достаточно высоких значений. Был в лидерах первом, но так как это не хабр, где можно достигнуть высокой кармы, и она будет висеть, это рейтинг, и он, если перестать писать, он со временем упадет. То есть надо постоянно поддерживать, поддерживать, поддерживать. Сейчас этот элемент вообще кармы или рейтинга, он абсолютно непрозрачен. Никто толком из администрации даже не объяснил, как он строится. Грубо говоря, по слухам, это время, проведенное на сайте. Что такое время, проведенное на сайте, мы как айтишники понимаем, что это не просто страница, открытая с сайтом. Либо это должно постоянно отправляться какой-то запрос, что у тебя эта страница открытая. Либо это постоянные переходы в страницу. То есть разъяснение, как это строится рейтинг, непонятен. И люди оказались высоким рейтингом после изменений. Абсолютно либо давно сайт не посещающий, либо вообще неизвестная личность. Поэтому в новой версии социальщину эту, она очень-очень сильно деградировала. А писать любой может? Писать может любой. Единственная регистрация по инвайтам. Вот сейчас, честно говоря, потому что они открывали-закрывали, сейчас, возможно, она без инвайтов. Ну, была, по крайней мере. Скорее всего, без. То есть даже сами создатели хабра не смогли тиражировать эту идею, не смогли тиражировать на другие направлений, кроме айтишного. Кадабра далеко не является сайтом, там, лидером каким-то среди посещаемости, популярности авто-сайтов. Популярен этот Drom.ru. Drom.ru, кстати, он социальный в плане того, что там есть форум. Там нет никаких социальных основ саморегулируемого общества и так далее. Там есть просто форум, а большая часть сайта – это статьи, которые наполняются редакторами этого сайта, и большая база продаж автомобилей, справочников по ним. Она, опять же, позволяет автолюбителям удобно искать нужную информацию, но она несет никакой социальной направленности, и она не наполняется самими автолюбителями. Поэтому тиражировать данную идею даже в данном случае не получилось. При том, что мы видим, что сами владельцы этого сайта убрали многие элементы, которые изначально делали его более похожим, упростили. Как всегда, в принципе, наверное, везде. Люди привыкли к чему-то старому, но к чему-то там привычному. Было очень много протестов, много людей ушло. Ну, по крайней мере, сайт пока живет. У меня ощущение, что на него стали больше внимания уделять. Я думаю, что данный сайт вообще прибыли никакой не приносит. В свое время там какие-то баннеры крутились наверху. Там Audi, по-моему, рекламировались и так далее. Больше уже давно никаких баннеров там не видно. Да и основная масса посетителей и постоянных писателей, грубо говоря,
этого сайта, это люди с хаба. Потому что на хабе очень долго и упорно крутился баннер автокадавра. Плюс по интересности, конечно, статьи и по содержательности они в разы отличаются от хабра. То есть некоторые люди свободно там публикуют разные там с ютуба ролики, которые интересны, но мало познавательные. Да. То есть реально статья, как, там, не знаю, как, там, сделал шумоизоляцию в автомобиле, да, ну, ее кто-то прочитает, но она мало интересна будет. И, скорее всего, за такую информацию пойдут в другие ресурсы, на другие сервисы. Вот на Drive 2 там полно статей, так называемых бортовых журналов. Именно вот такого типа, там можно галочку поставить, типа, сделано своими руками или там тюнинг. Нет, Drive, ну, в этом хабе намного выше уровень качества там. Да. Очень много бытовой, и типа там приехал, заправился, сфоткался. Не, а очень многие на Drive 2 просто подписываются на журнал, смотрят, как человек там купил автомобиль, начинает тюнинговать, развивать, делать какие-то ремонт, следят, и это интересно. На Канаде это больше люди заходят для того, чтобы потрендеть или какую-то там, не знаю, сделать, что-то как круто, там, я не знаю, бабушка переходила через переход и упала. Мне вот тянется. А я перепрыгнул. Сиканул. Ну что, хорошо. У кого есть вопросы еще? Готов? Собственно, я вам сегодня расскажу про два сайта сообществ. Одно, то есть это вот в моем понимании, это именно сайты сообществ, но одно из них очень маленькое, зато довольно интересное, просто область узкая. Другое довольно большое, и оно чем-то похоже на хабр, ну, по крайней мере, идет к этому. Хотя область не IT в целом, а вот только дизайн. Итого, первый сайт сообщества – это Smash It Magazine. Сообщество безумно популярное среди дизайнеров, графических дизайнеров, и людей, которые занимаются версткой, то есть превращением этих картинок нарисованных в веб-странички. Здесь, ну, большая часть, конечно, это все-таки дизайн здесь. Дизайн, типография, иногда какая-то мелкая визуализация. Этот сайт был открыт в 2006 году. И за ним стоит определенная компания, которая, собственно, занимается выпуском печатного издания журнала Smash It Magazine. Вот я не нашел информации, в каком порядке это все запускалось. Сначала журнал, потом вот этот сайт, либо наоборот. Скорее всего, наоборот. Ну, вернее, именно так. Сначала журнал, потом сайт. По факту, это безумно популярный ресурс среди дизайнеров. И дизайнеры, когда... чтобы показать свою крутость, свой профессионализм, очень стремятся попасть вот сюда. То есть они лично замотивированы, чтобы вот здесь показали их контент, их работы какие-то. Осуществляется приемка работ через отправку этого всего, ну, своей статьи в редакцию и ее проверки, собственно, редакторами. То есть качество контента здесь довольно высокое. То есть премодерация жесткая. Полная премодерация, абсолютно. Это, по сути, сайт печатного издания, где нормальные редакторы все это оценивают. Ввиду этого контент не расценивается обычными читателями как повод для того, чтобы поспорить. То есть кто-то высказывает свои возражения. Здесь даже вот у вот этих вот сообщений сейчас. Что-нибудь найдем. Ну, допустим, рассказывают, как на движке WordPress сделать сайт, который будет хорошо отображаться на мобильнике. Да, сайт весь, естественно, на английском языке. Не спеши, это было вам. Перестать от этого элемента. То есть есть у них определенные авторы. Ну и считается большим плюсом вставить в своем резюме ссылку на свой профиль сюда. Профиль здесь есть далеко не у всех. Есть комментарии, но, как ни странно, эти комментарии зачастую намного меньше, чем на том же самом хабре. Там количество комментариев на статью в среднем, ну, порядка 100 бывает. Здесь вот, ну, эта статья провисела, скорее всего, день, у нее 14 комментариев. У комментариев есть система оценки, нравится, не нравится. И комментарии, которые набирают совсем уж много отрицательных оценок, они отсюда
модераторы выпиливаются, чтобы не портить ничего. Модераторы или автоматически? Не знаю, я вижу, что они пропадают совсем уж. Учитывая, что контент, то есть вот этот и следующий сайт я лично использую как там возможность, не употребляя наркотиков, немного найти креатив какой-то, что-то интересное, да, освежить свой взгляд. Мы буквально недавно шутили у себя в коллективе, что креативные дизайнеры, там, очевидно, очень много там употребляют наркотиков, поэтому долго не живут. В результате там стоимость креативного дизайна там делает за жизнь 2-3 проекта. Их стоимость невероятно высока. Понимаешь, такая мысль к нам в голову приходила. Мы долго тоже. Когда нет интернета, Леша, да? Да. Вот. Но это такой безопасный способ получить какое-то вдохновение. И прожить подольше. Помимо самого журнала, бумажного издания, выпускаются этим издательством книги. Вот всего их на данный момент 3 штуки. Большие книги, куда включаются избранные статьи. Ну и, естественно, статьи, которые на сайте публикуются, часть из них попадает в печатный журнал. Ребята подошли как настоящие полиграфисты. И как настоящие полиграфисты привыкли печатать в журналах рекламу. Точно так же... Жалко мышкой, сейчас дохнить начнет. Точно так же они печатают ее здесь. В определенных статьях очень часто, помните, вверху внизу пару баннеров появляется, рекламируют продукты в каких-то графических редакторах, например, там Adobe Photoshop и так далее. Есть менее там крутая реклама, но она тем не менее есть. Рекламы здесь много, хотя создатели сайта постарались сделать так, чтобы она не мешала читать. А интересно, они платят за опубликованные статьи? Да, они платят авторам, которые присылают хорошие статьи. Политика, сколько они платят и чего не указано, но учитывая, что коллектив авторов довольно небольшой, нельзя... Он устоявшийся уже. Нет, он устоявшийся, он выполняется, но нельзя стать автором просто так. То есть нужно быть определенным профессионалом, либо присылать очень хорошую работу, чтобы тебя сюда занесли, вот здесь показаться. Но авторам своим они платят. У них это записано в политике публикации. Также у них записано, что они не публикуют сообщения, ну, эти статьи, которые пиарят что-либо. По крайней мере, такой лозунг у них есть. Всем советую вот этот сайт. В общем, хорошо база на него. Ну, для примера сейчас не сохранится подсылка, но мы ее найдем. А ответ по-русски был? Найден результат? Это же Google. Это гугловский поиск здесь. Да, за время, вот я этот сайт знаю уже года 2-3, его дизайн 2 раза менялся, кардинально еще. Ну, сейчас мы посмотрим. Примеры 404. Ну, на сайтах есть такая техническая страница, 404, все знают, наверное. Это страница, когда человек перешел по неверной ссылке. Интернет-сервер 500. То есть она зачастую отличается очень сильно от всех страниц сайта других. Сейчас я вам несколько примеров открою, покажу, действительно, сидишь и восхищаешься этим всем. Есть здесь даже один знакомый нам всем пример, с которого Степан сегодня начинал. Это Хабрахам. Может быть, мы даже сейчас доберемся. Кстати, всем известно, ВКонтакте вообще не парится по поводу 4.4. Она выдается серверу, без всякой сигнализации. Да что ж такое? Выпили? Не, значит, просто нет. Здесь их несколько. Здесь, скорее всего, что на самом Хабре? Не, важно, что о Хабре написали на смешных магазинах. Вот. Только вот такая 404-я страница. Ну, здесь ее упомянули. Показывает популярность нашего отечественного. Настоящая 404. Да. Уже убрали. Если так выглядит 404. Вот так сейчас для него выглядит сам сайт. Согласен. Это вообще? Сайт мертв.
черт. 404 ошибка, чувак. Четкий сайт? Четкий сайт, да. Ну, ладно. Хорошо. То есть каждый пытается показать, что случилось своим каким-то, своей какой-то абстракцией. Не знаю, что там такого лучше смотрится. Тоже довольно креативно. Домой нужно. Самое креативное. Четвертое. То есть всем советую, довольно хороший журнал, очень качественный контент. Глаза просто отдыхают. Один недостаток, он близко. А в чем социальность сообщества, кроме того, в комментариях создают? В том-то и дело, что социальности здесь как таковой нет. Это сайт профессионального сообщества. Социального здесь очень мало. То есть, это... по большому счету, это журнал для специалистов в области веб-дизайна. Приблизительно. Вот, который периодически публикует некие интересные материалы от экспертов и от хороших писателей. Ну, собственно, то же самое делает и Хабр. Вопрос здесь больше замотивированности. Здесь и качество контента. Сайт, который сам себя создает. Но автоматизации здесь меньше, чем на Хабре. Как он сам себя создает? Присылает статьи, смотрит, отбирает материалы, публикует. Да? Здесь ручная работа, меньше автоматизма. Да, меньше автоматизма, но за счет этого более выясняешь, на самом деле, по большому счету, это стандартный сайт это издательство, вынесенное в интернет. Также редакция, также публикует, также оплачивает присланные статьи. У меня в итоге формируется там, ну, пускай там фрилансеров, не обязательно профессиональных корреспондентов, блок авторов, которых у нас сажают, по сути, там, не на зарплату, а на издельщину. То есть это профессиональный журнал, просто вынесенный в интернет. Ну, так как бы, знаете, двойности создания контента, по большому счету, нет. Контент создает редакция. Другой вопрос, где она берет авторов. Ну, то есть это так практически любой журнал работает. Ну да, практически как любой издатель. С другой стороны, если посмотреть, практически любой журнал можно также признать сайтом сообщества, если у него есть аудитория определенная. Нет, ну может просто начинать с двойной сообщности, когда контент создается, по большому счету, автоматически и самостоятельно. Без вмешательства администрации. Да. В общем, он может не вмешиваться, по большому. Не, ну как Хабр, то есть, грубо говоря, как Степан сказал, что контент появляется, жизнь идет, а деньги капают. То есть на Хабре там после редакции заменили некий механизм. Вот, допустим, в Фейсбуке нет же этого механизма. То есть в Фейсбуке может быть любой. Любой может писать там. А здесь был некий механизм. Да. Хабр там сделан. Но здесь механизм такой более нестандартный. Соответственно, скорее всего, у него очень высокое качество материалов и читателей. Ну вот учитывая, что со временем они пришли именно на прием информации от дизайнеров, изначально в бумажном журнале статьи писались только редакции. Был сделан шаг определенный к тому, чтобы получать контент от пользователей. Я подозреваю, что когда-нибудь, когда все устанет, это все модерировать. И появится везде веб-анонимность. Другой вопрос, что... И произойдет то же самое, что с Хабром. Возможно. То есть, это вот как раз и есть то место, где выбирается. Либо мы меньше тратим сил, но получаем менее управляемое сообщество. Mm-hmm. Либо мы очень хорошо его держим в рамках, но в результате сохраняем качество, ну и как результат свой авторитет. Ну, кстати, это как Кадабра, то есть там они еще меньше выделяют внимания, они меньше работают, даже там не знают, что происходит, но качество контента там в разы меньше, чем на том же Хабре. Я думаю, такая же разница между данным сайтом и Хабром. Второй сайт, который я вам хочу показать, он еще, на мой взгляд, более далек от именно Web 2.0 по причинам, что это очень узкая тематика. Но в перспективе этот сайт, ну, уже потихоньку начинает расти в сторону вебдизайна. Это сайт Flowing Data, сайт по визуализации данных. Как он появился, этот сайт? Есть такой товарищ Нейтан Ю. Его зовут, он кореец, но учится он в Америке. Сейчас он кандидат наук. И вот когда-то
еще на первом курсе университета он заинтересовался визуализацией данных. То есть количество данных в интернете растет. То есть вот огромные аналитические таблицы, возможно, бухгалтера наверняка видели, да, там. Как это все представлять? Если смотреть на таблицу, понятного в ней мало. В виде графиков, там, каких-то диаграмм представить, но это нужно уметь. Это такая зарождающаяся область, она еще четко не сформировалась, есть в ней там, всего 2-3 человека, которые признаны авторитетами в ней. И вот этот Нейтан как раз он и вылез в эту тройку. Он стал изучать авторов, стал искать в интернете интересные новости, программы, стал писать сам уроки. И стал это все публиковать в своем собственном блоге. Вот это его блог. По сути, как и на Хабре, здесь очень много новостей. Контента, сгенерированного им самим, довольно мало. Но тем не менее, он имеет более высокую ценность, на мой взгляд, чем на том же Хабре. Качественная подборка вообще. Да, это очень хорошая подборка. Ну, вот, все, что делает он сам, говорит Нейтан, собрано в туториалах, то есть уроки. Как делать правильную визуализацию. Плюс он выпустил свою книгу еще на основе материалов этого сайта. Вот я вам сейчас несколько примеров покажу, начиная там, от самых простых. Ну да, и вот хочу вам показать такую картинку. Надеюсь, здесь видно, что здесь подписано. Это презентация смерти называется. То есть о том, как о важности визуализации данных. Диаграммы можем сделать мы все. Вопрос, нужны ли они, какую диаграмму выбрать, чтобы показать тенденцию в этих данных правильным образом. Вот, в том числе об этом на этом сайте и рассказывается. Как прочитаете, скажите, я переключусь, покажу пару примеров. Объем. Да. А ценности кроматической никакой. Сейчас мы разберемся. Хотел найти несколько примеров, которые я видел здесь про это год назад, к сожалению, не нашел уже. Видимо, забыл, как называется. Одно из самого интересного, что я здесь видел, это, наверное, помните, когда был пойман Усама бен Ладен, в Твиттере там началась настоящие там, догадки, что. Объявили, что будет во столько-то часов прямой эфир, Обама будет выступать, какие-то сообщения. И люди в Твиттере начали там гадать, а что же это такое? Что-нибудь взорвалось, что-нибудь режим меняется и так далее. И показано, как там, кто первый догадался о том, что поймали Обаму. Какой-то журналист сказал, что ну, там, пусть я буду не прав, но если буду прав, то это будет круто. Моя догадка, что мы поймали Бен Ладена. Да. И в видео показано было, как это все распространяется по сети, какие очаги возникают. Ну вот сейчас здесь не очень хорошая четкость, к сожалению, на проекторе. Это график по странам, по континентам, на карту наложенные. Графики в цвете отображены языки. Языковые сообщества в Твиттере. То есть из Твиттера брались сообщения. Брался IP-адрес, адрес конкретного человека в сети. Специальным алгоритмом выяснялось, на каком языке это сообщение, и наносилось на карту определенной цветовой точкой. В результате получилась вот такая вот диаграмма. По сути, это должна быть диаграмма стран, совпадать с ней. То, что я вам буду показывать сегодня, зачастую это визуализация здесь конкретно, она не несет в себе какой-то чрезмерно полезной нагрузки. Но она позволяет очень хорошо учиться. Она красива. И она красивая, да. Это второй красивый сектор, я вам показываю. Да, вот цвет, это объем. Вот такая. То есть здесь очень много инфографики различных встречается еще. В частности, вот это. Какая нация, сколько воды потребляет. Ну, больше всего у нас США, Индия. Штаты, Бразилия, Россия. Не понимаю, как США началось или США закончилось? Китай. Китай. Ну, я сказал Китай. Сказал США. Значит, перепутал. Прошу прощения.
России тут нет. Нет, есть на четвертом месте она была. Еще один пример абсолютно бесполезного знания. Прикольно. Но, как Александр сказал, прикольно. То есть взяли постеры различных фильмов и разложили их на цветовую гамму. И по годам это все положили. И вот здесь можно отслеживать тенденцию, что у нас вот каким-то здесь даже даешь. Вот что там, от января до декабря, 1833 вот здесь вот. Здесь. А что там за черная полоска? Ну, не знаю. Не было фильмов в этом году. Возможно, война. Это какой год? К сожалению, картинка здесь не вижу, масштабируется или нет. То есть, опять же, новость взятая откуда-то, но она взята в землю. Это один человек делает? Собирает это все, да, один человек, у него есть много подписчиков в фильме, которые помогают. Вот, с 2014 года начиная, увеличивалось количество синих цветов, сейчас немножко уменьшилось, 2012. Раньше было больше желтых красок, желтых основных. Черная полоска, какой же? Да, а там ее здесь нет. Здесь нет черной полоски, скорее всего, просто некачественно сжалась картинка. И еще один из таких классных примеров, которые я здесь именно узнал о них, это карта друзей Фейсбука. Собственно, здесь есть предыстория, ссылка на оригинал. В чем суть? Какой-то студент, аспирант, не знаю, проходил практику в компании Facebook, где ему были доступны. Ему была достаточно целая база, там, граф друзей вот этих. Он взял их и наложил на карту мира. В результате получилась, опять же, абсолютно бесполезная, но ужасно красивая картинка, где видно, кто с кем дружит, где больше людей пользуются Фейсбуком. В Европе реально кролик выгуляет ноги, а не спине у него человека. Как видите, в России Фейсбук не популярен. Если смотреть на эту карту. Да, сохранено нет. Северные Турции. Это какой 2010 год, да? 2010 год. Порой США и Канада, да. Дружит. Дальше США больше. Самое главное Индия. Он Западная Украина дружит. А, это Индия. Я думаю, что страна треугольная знакомая. В Китае Фейсбука нету, да? Похоже, что да. Не помню, а Австралия. А это Новая Зеландия, да, справа внизу? Пардон, у меня тут поиграть. Да. В Тибете вообще нет. Да. Индии, кстати... В Африке нет ничего. Не Африки, это... Африка есть. А где Австралия? Австралии. Почему Австралия? Население на юго... Да, они все там и живут. Нам он белый прям. А вот это правильно, это что? Может, в Тасмании, но уж не бандит. Новая Зеландия выше. Ну вот, Австралия, вот. Да. Это Новая Зеландия, это океане, а на Австралии нет. Они... Нет, вот все население, белые полоса. Да, это еще правее Новая Зеландия. У них же пустыня в центре страны. Я говорю, что в Африке нет никого. Почему? Нет, ну как? Вот. А, ну, в Самаре нет. Там и людей нету. Там людей нет. Он где живет? Может, вот в Нигерии народу много, там белые полосы. Вот в России люди есть, а Фейсбука нету. Ну да. Значит, интернета нет. Вон Москву видно явно. Нет, точка вот эта, да? И все, на Москве все закончилось. Да, Москва и все. Правее ничего нету вообще. А это что, кролик зачетный. Да, у него голова, по-моему, отрывается. Не, ну оглядываюсь так. Еще одна. Одна визуализация, которую я нашел именно на сайте Нейтана. Так, сейчас. Ну вот сейчас через поиск. Там сообщество есть? Или он один? Нет, здесь нет сообществ. Механизм монетизации здесь есть только один. Платное членство. Здесь вот. Нейтан сам рассказывает, что будьте добры, отдайте мне по $25. Я не помню, в год или в месяц. Вон написано в год. Вот. И тогда я смогу самостоятельно заниматься подбором контента, и у вас будет качественный контент. Мне не придется подавать рекламу на этом сайте. Ну, то есть донейтинг чистый, да, пожертвование. Да. Ну, тем не менее, человек давно уже перестал, ну, окончил учебу, перестал работать и занимается только этим сайтом, точнее, визуализацией. На пожертвование.
понимаю, да, конечно. Занимаюсь любимым делом, да, пожертвую. То есть тоже под сайт сообщества пока что не тянет, но есть очень хорошие перспективы перерасти в него. Хотя, возможно, и не перерастет с другой стороны, да, если посмотреть, то тема, это узкая. Тема очень узкая. Да. А сколько у него этих самых? К сожалению, неизвестно, сколько здесь. Давайте в Твиттере посмотрим, сколько у него там последний. А вот интересно, откуда. А нет ощущения, что сайт сообщества понизит качество. Что еще назовешь? Ну, то есть, грубо говоря, если перерастает больше веб 2.0 в более такое наполнение пользователями, типа хаба, то качество контента падает при этом. То есть профессиональный предыдущий сайт, который ты показывал по дизайну, то есть он практически тоже наполняется, моделируется, наполняется более-менее профессиональными редакторами, и качество статей выше. Как бы. Вот смотри, если здесь в ближайшие годы вот эта область резко взорвется, то, естественно, это все перерастет в 2.0. Если так и продолжится, что хорошей качественной визуализации данных будет мало, то он так дальше и будет продолжать. То есть он принимает через Twitter ссылки на возможные интересные ресурсы. Ему присылают эти данные, но модерируют и публикуют он все сам. Я последний расскажу, и либо. Я думал, вы не затронете те темы, о которых хотел говорить. Вы взяли или нет? Да, можно я еще прям одну. Я уже закончил здесь. Давай, пока. Сейчас я покажу последнее, что я увидел. Это вот ответственно, да. Чего? После этого просто обязана ировость. Посмотреть фильм там был. Ну никто не заметил, потому что все смотрели на тех. Ну, конечно, главное правильно это вот вещь. Такая визуализация. Это фрактал. То есть фрактал это структура, которая повторяет сама себя в меньших объемах. Если углубляться. Реклама. Без папоротника, например. Можно построить через фрактал. Вот его визуализация в 3D. Мандельбокс называется этот фрактал. Вот это видео я тоже впервые видел на том сайте. Хорошо, вот точно как в анекдоте. Это очень круто. Совершенно спокойно. Да. Я это и говорю уже такой раз. Здесь все очень круто, но бесполезно. Это видео надо поставить на ошибку 44-й страницы. То есть это очень круто, но бесполезно. Интересно, как это считал. Это не самая продвинутая 404. Это считалось на каком-то большом кластере, потом это все еще рендерилось, по-моему, месяц, что ли. Еще на двух таких же кластерах. Да. Но в результате получается вот такая крутотень. Также на сайте Нейтана можно найти визуализацию различных микробов. То есть как выглядит, допустим, клетка рака, спида. Ну, кстати, по-моему, что-то подобное даже на Хабре было. На Хабре, да, тоже новости эти были. Визуализация там, клетка. Собственно, кому интересно, мы по Мандельбокс найдут вас на Хабре. Да, у меня было два слайда, я хотел бы рассказать в самом конце. Ну, одна мысль, ну, очень банальная, мы на нее как-то уже выйдем. Поэтому я просто повторю. Идея в том, что можно рекламировать хорошее сообщество. Мы большие молодцы, мы взяли, сделали сайт сообщества некоего. Или само сообщество. Можно повторить его? Вот я предлагаю вопрос. У нас есть отличный сайт сообщества любителей Формулы-1. Фанаты, гонки, а я был, там, лучшее колесо дня. И вот. Насколько легко из него можно сделать сайт любителей аниме? Ну, вот всегда есть такое искушение, что там дизайн перекрасили, переименовали колеса. Там, просмотренные фильмы и посещенные мероприятия. Казалось бы, все. Ну вот нет. И это простой вывод, который напрашивается. Примеры самих динамических медиа. Из Хабра удалось сделать только автокадабру. Ну и то, вот Сергей тоже рассказывал. Я, честно говоря, не думал, что все настолько печально. Мне казалось, что автокадабра это все-таки хороший пример. А два других проекта, Дриблер и Игра Ностра, если я не путаю, то их открывали практически одновременно с Кадаброй. Соответственно, сайт для футбольных болельщиков, был большой анонс, много там было фоток, клубы, счеты, игр, сайт загнулся. А Игра Ностра, я даже не знаю, открылся он или нет. Это для фанатов компьютерных онлайн-игр. Жив ли он? Нет, его нету 100 лет в обед. Ну, был ли он? Я вот даже это непонятно. Но... Там висит анонс, типа, сообщите мне, когда мы откроемся, и 2008 год. Похоже, что нет.
И в итоге... Скоро на августе. Ну, приходим к банальному выводу, что хочешь делать что-то хорошо, делай это сам, заново, старательно и любя свое дело. Не, ну здесь как бы есть много принципиальная ошибка в втором примере по поводу провокатора. То есть там сначала, как я понял, рассчитывалось на сколько определенное сообщество. Сообщество каким образом можно выявить? То есть мы начинаем объединять людей по признаку какому-то интересу, да, но складывается некий там психологический портрет, да, это не будет психологический портрет, некий портрет человека, который определяется чем? Ну, его некими потребностями. Вот насколько больше ему нужны советы, или там самовыражение, или там обратную связь. Соответственно, был первый образ взял человека, и под него сделан движок. И в этом механизм как раз модерации сделан, был построен, грубо говоря, определенный сегмент рынка или построен аудиторию. То есть под айтишников. А вот под айтишников, да, скажем так, объединим это айтишников, да, и в личности айтишников. А вот любители аниме, вот представьте там, даже абстрактно, любители аниме и айтишник, да, это вообще, я говорю, каким-то образом хотя бы близкие люди, похожие. Ну, пересекаются, но наверняка это другие люди. Я вам честно скажу, среди айтишников полно любителей. Согласен, но разные. То есть не каждый любитель велосипедов айтишник, и не каждый айтишник любитель аниме. То есть, как в том анекдоте, если любишь аниме, то любишь велосипеды, да? Но никакой связи в итоге нет. Соответственно, просто был механизм, который бы очень здорово работал в одной ситуации, был бы там... Даже с допиливанием. Ну и вот самый-самый последний слайд, он такой немножко убого примитивный, но я хотел все-таки эту мысль озвучить. Популярная очень терминология, там веб 1.0, веб 2.0, веб 3.0, некий мифический. Вот если под вебом первой редакции, первой версии понимать просто форумы, управляемые человеком, вручную моделируемые, и фактически информация только для чтения. Ну вот Леша насмешно вынужден словом дата. Это примеры очень хороших сайтов, ну, в основном эпохи Web 1.0. То есть это без децентрализации, без социализации, без практически user-generated контента редакция работы. Web 2.0 мы практически все время сегодня о нем говорили, это попытка сделать децентрализацию, упустить людей и заставить их писать контент. Ну, понятно, всем нравятся громкие слова, а что же будет в третьей версии? Ну, вы понимаете, да, что я вот добавляю номера версии, как, ну, такую затянувшуюся шутку, да. То есть понятно, что никаких версий нет, это бесконечно перетекающий процесс. Я вот наткнулся на три определения, они показались очень интересными, ну, и они реально отражают разный взгляд на проблему. Что последует за вебом и нынешним видео? Первая точка зрения, она такая, наверное, наименее авторитетная, это просто человек, программист Александр Майоров, работает в Mail.ru. У него в блоге написана интересная идея, что вот Web 3.0, хотя когда все окончательно упадет в облака, компьютер превратится в тонкого клиента, и не будет никакой разницы между доступным приложением, в котором ты что-либо делаешь, интернетом, и все превратится в такую единую программно-вычислительную среду. Ну, честно говоря, мы к этому уже приближаемся. Там Gmail существует на любых платформах, это одно и то же приложение, и Google не так сложно там, покрыть такими же технологиями все остальное. Единственное, это определение никак не затрагивает, собственно, социальность, о чем мы говорили. Второе гораздо интереснее. Это такой Джон Палаканец, человек, имеющий отношение к миру интернет и стартапов, сейчас не вспомню, что именно он создал. Он сказал так, что Web 3.0 это когда взяли все Web 2.0, а именно социализацию, генерацию контента пользователями, свободное авторство. Но только вычистим отсюда чайников. Мы оставим только профессионалов, чтобы они пользовались вычислительными и интерфейсными ресурсами, как будто это Web 2.0, но качество оставим от эпохи Web 1 версии. Ну такое, мне это напомнило анекдот про сову, да, что это стратегически, безусловно, очень круто. Если взять профессионалов, то есть лучшие из первой волны, и механизмы, то есть лучшие из второй волны, то получится нечто очень крутое, вот третья волна. Но как это сделать, вот, на мой взгляд, вопрос открытый. Хотя мысль интересна. Как же отфильтровать профессионалов от всех остальных? Ну и третье, это очень старый, 2001 года еще, концепт, он называется «Семантическая паутина», автором его является Тим Бернерс-Ли, человек, считающийся изобретателем вообще интернета. Идея заключается в том, что семантическая паутина – это сеть, где информация станет доступна для
автоматического анализа компьютерами. Когда у нас компьютеры будут понимать то, что происходит, будут оперировать знаниями, фактически искусственный интеллект, понимающий представленную в интернете информацию. Вот эта концепция семантической паутины, она на самом деле очень глубоко, вот такая, за которой мы с Алексеем имеем честь трудиться, если он занимается, онтологией, семантик веб, это все очень круто, это правда очень красивые модели, так действительно было бы здорово, если бы оно было, но с одним ограничением никто не понимает, как это делать. Кроме того, есть очень серьезные ограничения, связанные с тем, не явится ли такое технологическое развитие смертью интернета в его нынешнем понимании. Искусственный интеллект — это, конечно, очень круто, но поскольку он появится, отпадет необходимость в поисковых машинах, ищущих информацию, информация будет рождаться сама. Вот. Поэтому вот получается так, что первое определение Web 3.0, оно уже есть. Вот это было бы очень круто, но непонятно, как сделать. Ну, грубо говоря, такой хабр без школоты, да, все были бы только счастливы, да? Вот. А третий, ну, это совсем такой божественный вариант, но боюсь, это будет типа фантастики, это то, чего не будет никогда. Про божественный вариант немножко не соглашусь. Возвращайся, рассказывай, я убегаю.